трейлер и такой кринж сейчас будет. Но я сразу скажу, что мы поработали с отбором, короче. То есть прям говна-говна не должно быть. Работал чуть больше, чем я думал. Причем в два раза. 40? 46. Хочешь за один стрим все посмотреть? Ну, по минут, по две, по три. Можешь поделить на два стрима тогда? Чтобы не торопиться спокойно. Господа, у нас пополнение. H. Наша компания занимается инкассацией по всему Лос-Анджелесу. Ты хоть представляешь себе, какая это опасная работа? Ну все, пизда мне нахуй. Подмигнись, долбоёб. Блин, он не умеет тапать, сука. Что ты умеешь, блядь, вообще? А что вы с ним будете делать? Не знаю, поставьте на полку, засуньте себе в жопу, мне все равно. Кибербуллинг, блядь. Ты охуел, блядь? Я реально качу, даже постоянно. Долбоёб. Ебать. Ты что, со звуки нахуй? Ну, конечно. Я сказал мешки в кузов! Конечно, блядь. Доминация, бля, полнейшая, бля, тотальная доминация, мужская, жирный ядь. Вот так вот, ребята. Что-то здесь нечисто. Он будто жаждет, чтобы на груз напали. И он не коп. А если он не коп, тогда кто? Обтрахаешь, бля. Бля, ебать, дымил. Некоторое время назад убили двух инкассаторов и свидетеля. Это полиция был. Нахуй мне, типа, на это время тратить. Этих мразей так и не нашли. Страшно, короче, когда где-то рядом смерть, нахуй, происходит. Вы попали в перестрел. Жалко, пиздец. Меня просто первый же выстрел залетает в голову. Как это работает? Он не выжил. Сейчас разве эту собаку, блядь. Ёбаный рот! Мы навели шороха. Мы все перерыли. Это опасная грязюка. Мы выжгли землю. Долбоёб, у тебя время нахуй не резиновое, блядь. Часы себе купил, блядь. Так посмотри на них, блядь. Таймер тикает, долбоёбище, блядь. Сверчок, я тебя на выпивке поймал, да? Любишь подтянять? Все болезненно. Леонтьев. Я найду всех, кто замешан. За две недели я успею. То, что вам и за 20 лет не снилось. Состояние так себе. Здорово, пенисы, ебаный сыр, блядь. Гнев Бустеренко. Это кто делал? Вобля. Это делал Ledline. Ledline. Блядь, но это пиздец нормальная работа. На самом деле, хуёво начинается с таких охуенных работ. Ну, тут все, тут все. Поэтому пока троечку поставим. Нет, тут все такие, только такие работы. Мы специально отбирали вот именно прям вот пиздатые. Нет, охуенный видос. Давайте, оценка. Я пятерку ставлю. А ты всем будешь пятерки ставить? Нет. Мне просто это понравилось. Может быть, потому что на первое. Ну, вот да, это скорее кажется, всего. Ну, блин, вообще... Ну, я тоже не могу, понимаешь? А если это реально охуенная работа? Я же не могу здесь поставить тройку, потому что это первое. Да, вдруг дальше будет хуже, блядь. Кому что не понравилось в этой работе? Есть у кого-то что-то такое? Нет? Ну, для меня мало рафланчиков было, если честно. Мало рафланчиков, тройку ставлю. Ты реально тройку ставишь, да? Ну, я ставлю тройку, потому что это первый клип, я не знаю, что дальше будет. Дальше буду, значит, двойки ставить. Да, это плохо так оценивать. Да, так плохо оценивать. Не, нельзя оценивать, ты должен оценить только эту работу. Похуй, какой первый, последний, сука, ты, блядь, 36-я, нахуй. Ну, я поставлю тройку, а дальше будем смотреть. Ну как ты, мы, блядь, не будем смотреть уже его, если, блядь, ты сейчас поставишь ему, блядь, хуёвую оценку. Ладно, четвёрка. Да я тебя не упрашиваю, блюдок. Ты просто, блядь... Да, тройка, блядь. Не, а ну что хорошо, тебе не давайте... понравилось? Что... Не, мне все понравилось, но просто дальше, если будут еще пизжи работы, тогда я буду ставить пятерку, четверку. А схуяль ты эту душишь, блядь, тогда? Я не душу, хорошо, четверка. Давай, нет, ты какую хочешь поставить-то, мне-то похуй. Ну я тройку хотел, чтобы от нее отталкиваться, типа это середина для меня. Это первая работа, это не значит, что она плохая, она охуенная. Так а если она лучшая будет? Значит, в остальных условно. Я буду двойки ставить. Ну хорошо. Нихуя. Окей. Тройку ты ставишь, Дим? Да, я тройку поставлю. Я не знаю тогда, если это тройка, что ты ждешь для пятерки? Типа, что чел сам фильм снял, блядь? Блядь. С нами. Ребят, ну уровень высокий должен быть. Ну посмотрим, это охуенная работа, поэтому тройка. Ну хорошо, хорошо. Не знаю, что я типа... Я четверку. Я 4, да. Но я просто на 100% уверен, что будет намного сильнее работы. И оценка чатика. Ты голосование проводил, Тём? Да, у него там, ну, 5 было. 5 выиграло, да? Все окей.
Сделай еще тем суммарно, почитай сразу. В соседнем таблице. Все, погнали к следующему трейлеру. Алексей Легута. Пчелкин. И чистый из Раста эта песня. Слушай, а вот так у тебя, у вас видно сейчас так? Я новую работу вывел. Да, видно, да. Видно. Атака фриков трейлер. Да, атака фриков. Бля. Я, он ТГшку как-то указал. 100 лет назад из ниоткуда появились человекоподобные гиганты и уничтожили почти все человечество. Чтобы выжить, люди построили город, защищенный стенами. И все это время жили в страхе, что титаны вернутся. Грядет апокалипсис. Человечество должно сгинуть или сражаться за будущее. Наша последняя надежда. Люди или титаны? Вот в чем вопрос. Почувствуй гигантскую мощь в IMAX. Атака титанов. Фильм первый. Жестокий мир. Мама! Атакуй кинотеатры с 3 сентября. Сука, блядь. Ну, сука, на титана хайпить это так, да, блядь. Ну, блядь, не знаю, мне тоже понравилось, я хуй знает, как тут выбирать. Ну, типа... Троечка. Ну, наверное... Ну, четверка для меня, это четверка. Я тоже четверку. Да, мне тоже 4. Ну, это хорошая работа. Прикольная. Да. Ну, в принципе, по баллам это то же самое получилось, если по нашим. Сейчас посмотрим. Почему нет? Ну, потому что я 5 ставил, а Диман в прошлые 3. А сейчас я 4, а Диман тоже 3, понятно. Не, он Диман, он... Нет, ну, ладно, плохо. А чат что поставил? Тоже 5. Четверочку. Окей. Ну, говорю, делать этот, как это называется? Вот это, ну, то, да, что это чит, титаны, да? Да, это чит ебаный. Так. Алиев Тахир. Дом с паранормальными стримерами. Мне кажется, это охуенно должно быть. Тут еще разные стримеры. Да. Вобля. Погнали. Это сложнее, мне кажется. Вы со строго смотритесь, может, нафиг славу, нифига себе. У тебя с моей Катей было что-то? Да. Это странно, но приятно. В смысле, блядь? Это нормально, это гопота. Нравится ли тебе глотать мою сперму? Согласись, хороший, да? Должна быть заебумба. Ты че, сука? Хуйня, блять! Я хочу попрятаться. Зайдите тогда за затером. Затером. Попался, дебил. Кондуктор лежит, долбоёб, у тебя время нахуй, не резиновое, бля. Неконченый! Там вообще еле ударил, ты прикалываешься? Собака! Сидеть, лежать! Ой, лежать! Ой, блядь! Господь, господь! Что? Присыпались нахуй. Мне реально нравятся мальчики. Сидит, в комнате будет самая низкая температура, скорее всего, там есть призрак. Бля, я боюсь, пиздец, а голова кружится от страха. Любить кого-нибудь и уебать, это самое... Это уходит, вот стекло получается. Муханжан ебаный. Я передумал. Это кто? Это ваш отец. Совпадение по ДНК 98%. Давай я тебя зайти не хочу? Только что ваш отец покончил жизнь самоубийством. Все нормально. Я говорю, возможность есть, кайфуй. Бля, ну я, кстати, тоже об этом думал, бля. А так не болейте, есть же. А если болеете, выздоравливайте. Респект, братан, спасибо. Охуенно. Бля, разъем пиздос. Четверочку ставлю. Хуй сос, какой Диман, ты черт голимый, блядь, прям. Так, а в смысле, блядь, я тройки ставил им. Вот это прям охуенная работа. Бля, это охуенная работа. Это пиздец работа. Сильная работа. И везде фразы подходили. Да, я 5 ставлю. Я 5 ставлю, но за Эшли 2 ставлю. Бля, брат,
Я тоже охуел. Собачку нахуй. 7 ставишь, типа? А как тебе мой отец, блядь? 5. Как они... Это вся бомба вообще. Ну, блядь. Как с ним хуярились, нахуй. Чё за фильм, блядь, чё-то фильмец захотелось посмотреть, какой-то угар ебанутый вообще. Не, ну вообще круто, да. Охуенно. А так, сейчас чат, да какая разница, если я везде тройки поставлю, а здесь четверка, это значит самую высшую оценку я поставил. В чем разница? Ну да, факт. Базар, базар. It's psychology, you know? Ну, кстати, что в этом это? Тоже есть смысл. Он ставит сейчас таким работам 4, а если будет супер охуенная работа, он вот, поставит. Вот, я поэтому и оставляю ну, для себя это. И мы да. типа жестко вылетим, понял, за счет этого? Точнее, чела работа вылетит жестко. Ну хотя, блядь, на один балл всего лишь. Ну так тут один балл, что будет решать. Ну да, в принципе. Слава и Вадик, какие у вас оценки? У меня 5, мне пиздец понравилось. Нихуя голос. Думал, наушник какой-то голос, блядь. У меня 5, да, мне тоже. У меня тоже 5, если что. Да, все, заебись. Ну все, понял, братишка. О, ебать. Бля, ну тачки это тоже чит, ебаный. Да нихуя, это нормально, что такого? Это может быть, ставки могут быть не очень. Не факт, что он сделал. Да, я тоже думаю, что не факт, что это пиздец. Это тоже не так работает. Просто с титанами ебанутым много материалов было, понял? То есть там целый стрим, блядь, был, мы где-то час разгоняли. Ну да, но при этом не так и жестко сделал. Ну да. Типа там. Ролик у Илюхи вышел. Я понял. Мы сварим трейлеры. Или нахуй трейлеры просто врубать это. А что за ролик, который вы снимали? Сейчас посмотрю. Вон внизу. А, да. Пиздатый ролик вообще. Так. Поехали, включай. Полетели? Мы сделаем из тебя суперзвезду в мире стримов. Роли в кино, реклама, спонсорские контракты. Думаешь, ты познал славу? Мы будем богаты, как короли. Прикольно, кстати, цифры сделал. Ты легенда. И каждая твоя неудача... Бля, он, кстати, охуенную серию взял. ...вредит имиджу. Бля, какие же охуенные тачки, это, сука, гениально. Прости, но тебе придется забыть о гонках. Хотелось бы верить, что сегодняшняя гонка не была для него последней. Я заканчиваю карьеру стримера. Я не могу выйти на трассу и ездить как раньше. Это не сработает. Переменам противиться бесполезно. Сказать, чтоб я сделал. Что? Нет. Бля, ржаво на болту. Ты мне должен сказать, что мне надо сделать. Ужасно рада, что я ваш инструктор. Люблю сверхзадачи. Я вас назову мой винтажный проект. На старт. Внимание! Марш! А? Бездарность просто. Джексон Шторм установил сегодня новый рекорд. Вот. Не, электромобиль, бля, Шторм, где выхлоп? А, это я. Как себя чувствуете? Вы нового рекорда Шторма уже знаете? А вы не начали думать об... Маквин, взгляните в камеру! Это мой последний шанс, последний. Проиграю, не видать мне больше гонок. Не бойся, что ошибешься. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя ебать, там было сегодня судьба. Да, везде, ты не заметил? Летите к победе. Первый раз, блядь. И думал, какой он бесстрашный. Тут нету, что делать. Ну, здесь 5. Но до этого было 92. Вот, смотри. Ну, хе. Disney и Pixar представляют. Тебе уже не стать быстрее, что? Бывают машины, награда — это сам спорт, а не слава. Шансы Шторма на победу почти 97%. Хуевая перспектива, блядь. Давай, Маквин! Тачки 3. В кино с 15 июня. Охуенно. Прикольно сделал, но как будто реплик нет вообще. Двоечка. Ну да. Вот именно реплик нет. Именно с точки зрения от графики прикольно запарился, а вот с точки зрения... Вот чтобы звуки сделать, фраз, да. Но опять же, не всегда было понятно, кто что вот, успевал с персонажами. Да, я тоже иногда не понимал. Ну так, типа, ну троечка, наверное. Ну да, наверное. Не, при всей моей любви, конечно, тачка 4, наверное. Троечка. Так в смысле, ребят, просто тут ну реплик очень мало, считайте трейлер просто, и глаза вставлены, чё. Не, ну вообще... Ну вообще старый хуй прав. Ну понятно, что там не прям это просто так сделать, чел молодец, но все же, если сравнивать. Старый член прав. Уебищный член прав. Сколько мест всего, Слав? 3.
Ну просто вы видите этот трейлер в топ-3? Нет, нет. Ну, так, такая разница, сколько ему оценок ставим. А ты сколько сейчас Диман поставил? Один? Два. Два? А один, Диман, это что, это просто что надо сделать на единичку? Не, ничего. Единички ничего не сделать. Просто ничего не выложить, это единичка, нахуй. Ну, троечка, наверное, троечка. Мне реплик не хватило, пиздец как. Бля, ну с тачки можно было сделать намного пищи. Ну вот реплик не хватило, понял? Ну, мне кажется, еще будут тачки почему-то. Мне кажется, нет. Чел пишет, у меня единичка. Так, поехали дальше. Андрей Винокуров. Опа. Бустер реванш. Ой. Нихуя себе, как эта презентация, блядь, в школе нахуй начинается. Поехали. Для детей старше 16. А, это превью было? 18 плюс, было бы интересно. Берегите себя, берегите своих близких, занимайтесь спортом, блядь. Че это такое? И добивайтесь своих целей обязательно. А че это за фильм? Время Тайса? Это Рокки. А, это Рокки, я не смотрю. Что это за Рокки, блядь? Какой? Готовьте тампоны и ваты. Бой очень скоро. Тренер, включи меня, тренер! После упражнения... А, Крид, точнее, не Рокки, а Крид, точно. А, вот, все, тогда понятно. У тебя не болит голова. Ты думаешь совсем о другом. Давай трахнем эту девку, Дима. Красиво и классно, да, девчонки? Он я, да, йоу, Кен, пацан, да, это я, всем привет! Я трахну эту шлюху. Жиглой же играл наверняка, опыта больше. Я выебу его. Я неуязвим. Меня пробить мою душу, блядь, невозможно. Это мораль. Мне надо самому ебашить, чтобы что-то получилось. Всегда все охуенно. Всегда все возвращается. Жаль, как осна. Кусай, как комар. У нас есть такой бар. Я трахать буду, я тебя пусть просто пробиваю, пизда. Они тупые слишком. Ну вы нахуй, ебаная тварь, бля. После ремонта плой. Проебёшь нахуй? Пизду ставлю, нет, бля. Вообще похуй. Кайфу, никогда не останавливайтесь, бля. Если чувствуете, что, знаете, чуть-чуть поздали обороты, блядь, наверное, возвращайтесь, блин, и к Илью. Так, пока все хорошо, очень идет сейчас у меня. Это просто пизда, как охуенно. Скажи, как ты умеешь. Давай, готов, девка? Готов. Это такой спорт прям, ну это пиздец, это прям реально спорт. Поехали, блядь. Ну что-то слабо, не? Бля, ну что... Троечка! Ну у него все из диалогов состоит, типа он очень много диалогов вставлял. Мне кажется, это двоечка, не? Мне что-то не хватило, то ли с монтажом что-то не то, я не понимаю, то ли как-то странно звуки вставлял, типа. Монтаж странный. Да, как-то не взяло, типа, не было такого, что типа... Странно звуки, как-то обрезаются. Да, да, они как-то обрезаются. Монтаж, сюжет не прям так охуенно прослеживался, как, да, не знаю, типа двойка, наверное. Да, да, я полностью согласен с Максом. Двоечка тут, типа, пляном. Ну, я троечку ебашу. Ну, у меня не было такого, типа, меня не захватило. Я бы не пошел на этот фильм, например. Да, у меня да. Желание было выключить трейлер. Выключить стрим. Мой, блядь. Сейчас был Андрей Винокуров, правильно? Да. Хуй его знает. Так. Заносики 2, блядь. Заносики 2. А у Димана какая оценка? У Димана 3. Здорово. У него 3 есть, если что. Я 3. А что это за фильм был? Это Крид 2. Бустер 2, реванш. Заносики 2, что такое? Заносики 2, это, ну не знаю, название пиздато какое-то. А сладкие будут? Походу, я не знаю. Сейчас посмотрю. Че, готов там оценку чата поставил, Тём? Да-да-да-да. Все, поехали. Запускай. Здорово, школьники, бля. Чел чисто на шпионе сидит.
Подожди, там не видно, блядь, мою тачки? Субмарину, блядь. Это, походу, тачки. Да, это тачка. Вычисляет эту информацию, собирает вот этот. Зачем? Большой член, большие яйца, большой пиз, большая головка, бля, большие лохматые яйца, бля. Пилинные, блядь. Что-то рану сорвет, кажись. Вы нахуя этому еблану сверху админку дали? Давай, погнали, братанчик. Что за хуйня? Съебись нахуй от меня, блядь. Нормально же общались. Сейчас выпадем, блядь, бибикалка твоя нахуй. Ебать, там титановые какие-то спермы. Не обойдется без помощи. Пиздец, охуенный автомобиль. Как дела, носатый уебок? Ты мне долбоеб? Ебало, юл. Что это за чепуха? Так, Гузлик, тебе вопрос. Кончал в носок? Да, наверное, да. Ну, 100%. Это после американского пирога как раз было. Ноль дизморали, нахуй. А ты буди-буди-буди на работу с 9, кстати. Ты хуёк, кстати, мне отсоси, ты хуёк, соси-соси. Полетели, полетели, блядь! Сын, Вадя, кончи мне в ротик. Я не набухался, я вообще не пил, блядь. Новые города. Слушай, Диман, это пиздец, такой ты тупой, я в ахуе. Обосрался, обдристался просто. Я это сниму и выложу себе в ТГ. Я все еще сру. Дожили нахуй. Ты в жопу, блядь! Блядь! Быстрее, бля! Посрал, бля, кай. Братан, ты вступил в новую жизнь, ебать. Балдей. Кармический удар, блядский сыр, нахуй. Бустер! Саша скудался. Передай привет Нижнему, лови. Я тупой, но долбоёб, понимаешь? Заносики. Два. Блин, я хочу провести стрим в попку что-нибудь сунуть. Я готовлю свою гига-супер анал. Ладно, заебись. Бля, ну это смешно было, ебал. Чего вы? Сцена после титров. Чего вы тут сидите? Лёг, что ли? Интересно вам? Бен, ты меня уважаешь? Да хуел! Ты меня уважаешь, сука, как человека. Лучше скажи честно, блядь. Что ты смеешься? Ну нормально. Мне понравилось. Дима, не нахуй. Дима, не нахуй. Бля, ну мне понравилось. Ну да. Вообще пиздато. Нормально. Причем я бы не сказал, что типа по диалогам. Ну, короче, просто очень, очень смешные диалоги. Просто, были. Да, смешные вставки. Да, типа, очень смешные. Сюжет такой себе. И, ну... Диман, а что думаешь, сколько оценочка? Не знаю, 3.5 поставил, если можно. 4 поставил. У меня Тёма в таблицу вписывает, блядь. Вместо пятерки пиздата. Оценка Димана нормально, блядь. 4, как ты подсчитывать будешь, еблан? Что за пиздата нормально, блядь? У меня пятерка. 3.5 поставь. Не, ты бы сразу считал этот... Не, нормально, это между. Ставки хорошие, но все остальное не очень понравилось. Ты 3, да, Дима, оставишь? 3.5. Что за 3.5, долбоёб? Что это за нововведение, блядь? Ну чё, блядь, Excel не посчитает, что ли, 0.5? Посчитает. Ну всё. Ну мы до этого-то не ставили половинки, блядь. Ну я не знаю, почему. Я просто, у меня были чёткие там уверенности. Тёма вписывает 3.5. В столбик, ну, с оценкой Димана, еблан здесь... конченый Диман. Я бы здесь 4 не поставил, но 3 тоже, поэтому 3.5 только, поэтому. Ты мудак, округли, блядь, большую, так порадуй, ёпта. Хорошо, 4. Всё, блядь. Пизда, все по 4. И оценка чата. Какая? Пятерик. Пятерочку. У, блядь. Эти лишние. Третий лишний 2. Тридцать, блядь. 36 плюс, нахуй. Обалдеть. Надо Леху сюда было ставить. Ты готов? А, черт, да-да-да. Начинается. Сейчас, все, готов. Бум. Порядок и закон. Бум-бум. Крутые чуваки. Сейчас ёбка будет страшная, блядь. Вы не знаете, что мы с Джоном смотрим вас под кайфом. Пиздец. Хорошо легло. Слушай, у меня зашибательская новость. А, да, какая? Посмотри на пизда, Гнева. Меня так выебали жестко. У нас с Тамилин будет ребенок. О, это ж офигенно, поздравляю вас. Спасибо. Стоп, 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 а как вы вообще... Да, вот тут засада, нам нужен донор спермы.
боже, блядь. Тед, мы нарываемся на неприятности. У тебя есть кандидатура получше? Нет, конечно, ребенок будет зачет. Работает ОМОН! Вот он, Том Брэди, лучший спортсмен Америки. Теперь жалко, давай его подуем в этот красненький стаканчик. Голосовых. Да, детка, я хочу тебя полностью. Бля, как там язык шевелился. И он лежит без дела. Ой, тварь ебаная, посрался! П-О-Ш-Е-Л. Бля, все собаки ебаные. И медведя своего двери! Бля, да что? Идеальный крученый. Джонни, спасибо за генетический материал. Громобратья навсегда, куда деваться? Ты честно два дня не пыхал, да? Сказал же я. Бля, какой же охуенный фильм. Ладно, ой-ой. Извини, просто как-то не хочется всю жизнь менять ему подгузники. Сука. Тедди, если мы хотим детей, тебе придется доказать в суде, что ты хрень собачья. Они считают, что я вещь. Как помойка или кусок дерьма? Не, скорее как молот или апельсин. Это лишь слово. А ты спросил моих предков. Вот представь, сидишь ты в Африке, стираешь белье в реке и сиськи висят. А потом бац, и тебя трахает. Гуакамоле. Ух ты. Ах ты крыса, Сана, окей. Джонни, что же нам делать? Найдем адвоката и... Ебать, блядь, правительство за твои права. Опа! Вы должны быть, Тед. Можно уточнить, сколько тебе... Сан Басен Сагинан. Не хочу, чтобы мой адвокат запел во время премии песню из холодного сердца. Извините, что отняли у вас время, но мы, наверное... Да, Сан Басен Сагинан. Привет, сразу поняли, что вам можно доверять. Сан Басен Сагинан. Я собирался подлечиться на парковке минут через 20. Тед, ты особенный. Да. Но человек за клетку, это тот, кто приносит не, пользу не, обществу. Получай, козёл! Сейчас нет песни. Ой. Так будет с каждым, кто занимается физкультурой! Третий лишний, два. Можно взять компьютер? Да, конечно. Ни хрена себе! Что такое? Здесь столько порно! Я как раз хотел все стереть, но не успел. Да тут идеальный порядок! С гаечкой по часовой, с гаечкой против часовой! Скучно, когда язык все время крутится одинаково. С гаечкой с членами! О, господи, господи, я больной человек, мне лечиться надо! Не бывает с членами, Джонни, только парни с сиськами! Смотрите в кинотеатрах 25... Че, как вам, пацаны? Не, ну, двоечка. Я не знаю, ну, вставки, вот жалко, мало вставок, слабовато, да. Да, слабовато. Двоечка. Спасибо, бро, за работу. Я думал, Дима, ты вообще, кстати, единичка почему-то уебешь. Не, да, двоечка. Концовка что-то как резко обрезалась. Двоечка, троечка. Тут, типа, тут не важно уже, что ставить. Не сиськами! Смотрите, в кинотеатрах 25... Да, да, да. Я подумал, что я завис нахуй. Есть смешные моменты, но чаще просто вставок мало очень. Очень мало вставок. Там даже фраза на фразу, типа, налегали как-то. Да, да, да. Двоечка. Ой, блядь. О, Алексей, здравствуйте. Алексей Басен Сагинан! Так, мы стримеры, называется. Врубай. Чат поставил? Я долбоеб, давай заново посмотри, или качество хуевое получи. Да что за хуйня? Начинаем говорить. Смотрите, рога ебут в жопу каждое утро. Доброе утро, шлюха ебаная, блядь. Ой-ой-ой! Тебе нужно просто чуть-чуть перетерпеть. Шмандовка, блядь. Иди нахуй. Шмандола. А это... Блядь, что? Ты открываешь шоу, типа, стендап про твою маму. Еблан. Сколько ты ебаная, блядь. Блин, я хочу попку чуть-чуть. Раз больно. Первый раз, да. Было прикольно, но... Ай, бля, старая тварь, блядь. Давай, диван. Постарайся, пацаны. А бубу, блядь. Это пиздец, пацаны, это разъёб. А про это кулон. Тебя говорили маленький. Я не испугалась даже. Караочку. Я как Федерико Феллини, дайте Оскар этой богине, словно кукла. Дилетант назовет это, бля, усики, блядь. Хочет главную роль. Блядь, что с концовкой опять? Троечку. Странно. Ну, были смешные моменты, типа... Да, троечка. Ну,
Картины вообще не видно. Да, да, вообще да, нихуя непонятно, к чему, просто вставки типа какие-то были наполовину смешные. Ну, я 4 уебу, ставь 4, но это все равно нихуя ни на что не влияет. Оценка Вади 3, да, 3. Ставь 3. Я тоже 3. Бля, на четверке меня, помню, порвало. Хорошая работа есть. Так, Виноградов Даниил. Однажды на Твиче. Ну что, поехали. Это прикольно. Из этого трейлера можно прикольно сделать. Здесь можно красиво сделать, я почему-то думаю. Да, это здесь. А оценку чата поставил, Тём? Я просто не вижу, я после этого только. Да, вижу, все, оценка чата 3. Ну что, поехали? Сейчас, секунду. Раз, два, три. Ты, бля, не хуя? Ой, блядь. Это просто легендарный. Вон, смотрите, вон я еду, блядь. Блядь! Это чел, который делал прошлую балладу, который выиграл. Да, да, да. А, ну, да, я понял. А, нет. Ну нет. Это он, я тоже играет. Подумал, что это он. Блядь, да подожди секунду. Сука, ты всю общую картину блядь, сбил. Да, алло, все сбил. Блядь, что такое? Заново нахуй. Так охуенно было. Блядь. Какой чат? Что? Че? Раз, два, три. Балдёж, блядь, ой, блядь. Это просто легендарная хуйня. Вон, смотрите, вон я еду, блядь. Вячеслав, вы были невероятны. Алексей, благодарю вас искренне. Я почему-то сразу это у вас увидел. Вот знаете, через крик. Ой, через эпатаж. Хорошо он сделал. Через подачу. Актер мой любимый. О, да. Его готовы? Чё вообще нахуй порвёт? Фикс, привет! Можно твою писечку пососать? Да, дед! Здорово, как дела? Бля, удачи! Мы сразу оценку ебать. Какая же охуенная погода. I'm ready, let's go! Пир-пир-па, пир-па-па-па-па-па. Let's go! Я могу убить человека одним ударом. Завали ебало. Ты кто такой меня на тормоза ставить? Вы типа проверяете меня на стальные яйца, ребят, но вы имеете дело с бриллиантовыми яйцами. Ну давай! Ой, можно на Твиче разве показывать? Я тебе разрешаю. Ай, блядь! Скажи честно, вот что бы ты со мной сделал? Хочу стянуть с тебя трусы и начать тебя. Политическим все доступа нет. Бля, это охуенно. Это пиздец, гениальная работа. Ты поймал, да? Любишь подтянять и да попить, слышишь, крышечку понюхать, да, дружище, блядь? Сидишь целый день, блядь, труселя путные, семейные, вонючие, блядь, черкаши, блядь, желтые. Жизнь одна, братан, одна, блядь. Ебашь нахуй, никогда не давайся, блядь. Да, да, хвала. Потанцевал бы танго! Режиссер уже можно срать. Не забывайте, конечно. Волнение ебать. Ну можно разочек еще прокрутить, нахуй. Бля, охуенно. Бля, это такой разъем вообще ебанутый. Ладно, нет смысла дальше смотреть на мой офис, Лав. Это хороший. Ебашь пятерку, нахуй. Ладно, да, тут единогласная пятерка, охуенно. Бля, пиздец, работа сильная. Бля, коротковато. Он еще четко подобрал диалоги к моментам в трейлере. А это Тарантино на секундочку. Да, да. Все сделано четко. Хуя, Диман пятерку поставил, ебать, дайте. Ну, пиздато сделано, потому что. Блять. The Freak of the Ball Street. Значит, что ты KFC не поставил какой-то, или поставил? Поставил, все, все на месте. Лучший фильм Тарантино, ну, не знаю, я так не думаю. Ну, я, кстати, тоже так не думаю. Поехали. Ебать, я здоровый, нахуй, нэп. Ребят, всех привет. Четко подходит лицо. Я бы сейчас у Димана соски все вылезал. Хуйта, блядь. Counter-Strike.
Global Offensive. I don't understand. Вячеслав, вы запомнили? This is a Counter-Strike Global Offensive. Умни хуев. Алло. Это порно начинается. Нахуй она в эту хуйню ввязалась, блядь. Блядь, Слава. И ёбаная пусть. Не пиздим, блядь. Пусть нет, я стою, блядь, ты пищу, блядь. Блядь, тебе киску, киску видно, без рохов, меж ног. Куда ты там собрался? Очень быстро. И ты в пизду, блядь. Здорово. Алиса, включи музыку для старых уебанов. Ребята, комиссар проверил Дино, она шлюк. Блядь, балдёж, реально. Сюда! Давай сейчас выведу, чтобы у меня доступа не было. Ебать, ты такой хуйне обогнал, блядь! Все деньги въебал, блядь! У тебя отсосать хуй, поди, Вилону. Почему меня называют хуфиком? Ты чё, говоришь, всем похуй уже давно. Давай, скажи, что он уёбище, блядь, с большим носом. Я трясу задом! Какой африкан? На нахуй! Сука, обезьян! Ебать, ну хорошо тоже. Ну тоже хорошо, да. Да. Не знаю, я четвертый. Я пятерик дал, блин. Я пятерик ебанул. Да, мне тоже понравилось, пять, прикольно. Просто я поставил 4.5, но вы говорите, нельзя поставить. Ну больше, округляй, либо иди нахуй. Пусть два финалиста будет, пятерку ставь. Ну хорошо, давай пятерку будем выбирать. Хорош. Не, тут реально должно быть много хороших работ. Факт, хорошая. А у тебя потом типа финал будет или, например, ты просто бабки раскидаешь поровну, или как это все будет? Нет, первое, второе, третье я думал сделать просто. Записывайте, ребятки. Ой, сейчас. А у тебя уже два первых места есть, нет? Не, это просто места с одинаковыми очками. Это ну, как мы обычно прошлый, делали. А, там еще следующий круг, да, будет? Тоже хорошее, да. Ну, условно, видишь, вот, допустим, вот одинаковое количество баллов у прошлой работы и у позапрошлой, понял? Так. Но Диман надо говорить, что, типа, позапрошлое сильнее, чем прошлое. Ну, позапрошлое. Хотя у них количество баллов одинаковое. Ну, так по баллам же считать будем. Тоже, вот это клевое очень. Но да, это потом видишь, будем есть, решать. Да, это надо потом уже решать просто. Еще ж тебя не забывайте, 46 работ, у тебя 2 стрима еще будет. Нет, ну 2 стрима у меня не будет точно, мы уже посмотрели. Нет, ну, а сколько мы посмотрели? Сколько посмотрели? Мы посмотрели 12. А сколько всего? 48. Короче, а финал как мы? Финальные работы просто проголосуем? Да, просто получается? Сами, да, проголосуем и все. Да, включай, давай. Все, поехали. Записывайте, ребятки, записывайте. Одна из тактик. В принципе, было понятно, что он стоит в бойлере и просто делает технику. Он не ждал. А кто это был? Немножко. И вы стреляете просто в нужный момент. Ой, блядь, Диман, не потянь тебя бояться, еби их, блядь. А, это Ваня, один рот, блядь. Алло! Что ты гавкаешь? Я не понимаю, ты гавкаешь! Не надо гавкать! В этом нет никакого смысла! То, что ты гавкаешь, не изменится ничего, блядь! Я не знаю, у тебя один рот почему-то вырезали, сори. Да. Я на мамку ничего. Ты похож чуть-чуть. На мамку реально похож. Блядь, я даже не понял, что это канал из фильма. Да, я сначала думал, нихуя он замонтажил. Это с видоса Вадинова, я подумал, что это в фильме было, смотри. Иди сейчас сразу его въебать, вот это контент. Разъебем, что ли, детей получает? Осуждаю, долбоёб. Я имею в виду, разъебем рынок, типа, с детьми. I don't hear you, bro. Yeah, I know, I know. Я тебе соболезную, блядь. Следующий стрим, блядь, благотворительный, блядь. Собирать будем тебе, нахуй, деньги, блядь. Стоп, придёт Барокко. Называй меня Бурила 192. Что ты любишь, да, пососать? Мне похуй, я буду тоже в сауне херачить просто, и вокруг меня тёлочки будут танцевать. Бабушки, неважно, кто согласится. Сейчас я позвоню Вадиму, он скажет вам, что я не плоская. Готовь свою попку, сейчас будет проникновение. Мы сейчас быстро едем туда. И нахуй, если я говорю оттуда. Но на самом деле пока у нас счет 1-0. Уже уходите? 9. Я улыбнулся, ладно.
Пошел сам играть, блядь. Ну, бля, я косой. Ты настал уже. Прикольный трек, который мне заходит. Я богатый уёбок. У меня денег так много. Ах, моё ебало, коробка. Это начало было, как бы начало было неплохо, а потом он на 30 секунд такой троечку. Говорит, да в пизду. Ну, на четверку поставлю. Я троечку поставлю, четверку. Как-то лица странно ставишь. Да, но у меня чисто только рот. Ой, ебать, это прикольно даже. Бля, ну я, кстати, тоже не понял, почему он Вадь только рот ставил. Типа он подумал, что у него одинаковые. Может, нос не поместился просто? Да я просто подумал, что похож просто персонаж и все. Он подумал просто похуй. Че, погнали? Да, let's go. Это мультик? А, это какой-то фанатский трейлер, наверное. А, подожди, то он сам рисовал, что ли? Да, ебать! Вы все в этой комнате живете на грани. С долгами, которые не можете погасить. Смотрите на камеру. Если не хотите участвовать, сообщите об этом сейчас. Красный свет, зеленый свет. Это же какая-то детская игра. Ибо чел аниме нарисовал вас. Вы убили всех этих людей! Победители всех шести игр получат солидную сумму денег. О, блядь! Блин, есть такое, что как будто он не для вот этого конкурса делал, типа... Ну, я имею в виду, что красиво очень, но просто это не тот конкурс. Мне понравилось. Ну, типа, я понимаю, что это, типа, не совсем тот формат, да, что все хотят угорать. Да, но да. Вы помните, вот то, что два года назад был конкурс трейлеров, как он сделал на «Брат 2» чел, когда он сам нарисовал полностью? Так да, может, ну, просто какой-то приз у тебя будет еще там за лучшее, да, типа, за творчество. Я ему поставлю 5 чисто от себя за то, что он красава, ебать. Тоже поставлю 5 за одну. Потому что он пиздец нуля нарисовал, по сути, да, молодец. Мне пиздец нравится рисовка, типа, она такая. Да, мне, ну, я тоже это оцениваю не как, типа, юмор, блядь, а именно как просто визуально красивую анимацию. Тут, в принципе, это совсем другое, типа. Да клево. Да. Это я тоже пятерик поставлю, просто. Ну окей, 5. А чат типа один ставит? Ну, потому что я говорю, что это немножко не для того формата, сейчас, скорее всего, трейлер. О, кстати, сейчас будет работа, про которую Диман говорил, что она выиграет. То есть мы дошли до 14-й работы. Да, я говорил. А ты что, видел ее уже? Нет, он просто по приколу сказал, типа, отвечаю, 14-й работа выиграет. Если она будет хуёво, он по-любому 5 поставит. Да. Я не настолько принципиальный ублюдок. Нет, Диман... Известный как... Пятерка отъявленных злодеев. Хищников. Не спать! Все, кто убил мне... Бова! Мистер Змей! Сверхмашина для вскрытия сейфа. Ебать! Есть! Мистер Антула, многорукая богиня хакерша. Ты где этому научилась? Егор, прыть меня поёбывает. Прости меня. Блядь, да что это, блядь? В пизду, блядь. Ну давай. В семье скелетов родился сын, назвали Костян. Дина, мне очень нравится твоя. Ты чё, охуел, блядь? Мистер Акула. Я такой чел, знаете, я в подвале спал. Сокел, блядь, ебать разгон нахуй. Наконец альфа этой стаи. Я... КОСАЛЬ! Вы очень плохие. Ты пиздец, приехали. Взять их! Делаем ноги! Ай, Блядь! Кто ты, Белкрис?
Бля, а что ты сегодня такая страшная, она так что-то пиздец, бля. Не как обычно, обычно просто, блядь. Не пиздим, блядь! Ебанашка! Прошмандовка, бля, прошмандей, пизда, сука, шлюха, блядь. Ебаная, решал лава. Привет, строго, блядь, сыр хуйни, блядь. Смотри, ебаса, нахуй, щеши! Нет, бля, ебаный мяу-мяу. Шечка нужна, хорош. Жопу мою, когда сру, после того, как посрал. Ой, да чё за пиздёж, блядь? Плохие! Пизда, там все без всех агрессор расхуярил, блядь. Плохие парни. Я трясу задом и задом. Бля, прикольная, охуенная. Я четвёрочку поставлю. Ну да, 4. Ну, хорошая работа. Я пятёрку луплю. А мне это тоже понравилось, я пятёрку поставлю. Мне очень понравился, как цветкор сделан на этих фотках. Ну да. Ну как и рисовка, но не рисовка. Да я в целом пизда смонтирую нахуяно. Готово следующее? Нет. Нет, не все. У меня даже двойки были, блядь. Да. Ну, надо было, как, знаете, какую сделать? 100-бальную систему. Ну, кстати, прикольно. Типа 97-83, ебать. Чтобы мы ставили, понял? Типа вот так вот. Типа... Ну иногда, потому что на самом деле очень сложно решить между четверкой, да. Пятеркой, тройкой, четверкой. Да. Ну да, ну уже, блядь, поздно. Да не, Блоксанович, похуй. Ой. А что он написал? А, ну, десятибальную просто. Десятибальную надо было, не сто бальную. Даже десятибальной достаточно было бы уже. 100%. Да. Че, поехали? Пишет, что Макса нигде нет, походу его кикать собирается. Фрички. А что ж такое? Опять тачки. Я, сука, падаль. Здоровенные базуки. Здоровенные, сука, блядь, багроменные. Я готов любого разъебать, нахуй, раз на раз, блядь. Если хоть кто-то выйдет, блядь, как мужик, нахуй, против меня на забив, блядь. Ладно, погнали, пиздаки поломаем. Первая ебала открошилась, блядь, сходу. Извиняюсь, реально лугу, блядь, реально, без обид. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Показывай один раз. На, нахуй. Чё, приебал ХГ, блядь? Погнали, глазел! Сука, сейчас разъебусь, не похуй. Бля, неплохо, неплохо дорогу держит. Так, а что с рулем, блядь? Ладно, сейчас эту закинем. В смысле, блядь? Опу. Бля, охуенно поставлены диалоги. Здорово. Дед ебаный, блядь. Что ты делаешь, блядь, сука? Я Дмитрий Ликс, стример на Твиче, Фрик Сквад, Сила. Все это не так, сука, блядский кусок хуй ты, блядь. Да что это за хуйня? Блядь! Оп, ебаный сыр, блядь. Придурок нахуй, не спеши нахуй. Пошел ты нахуй с такой поддержки, блядь. Если что, ты можешь поддерживать в писсуаре, блядь, у головастика. Как ты думаешь, машина едет, блядь? Вот так нахуй поворачивает, вот так едет. Дугой ебать, пиздуй. Долбоёб. Каска все покроет, похуй. У тебя была летняя резина, поэтому мы тебя аннулируем сразу. Ты че, охуел? У меня выступ не такой породистый, блядь. Но у меня тачка резвая, сука, блядь. Слышь, блядь, вируйся нахуй. Нихуя себе, малышка, блядь. Не, ебать попку на приседал, не хуйню, блядь. Тише, не суетись, моя родная. Было ли у тебя что-то с яйцом? Ну, я тебе говорю, что так получается, что Диман очень тяжело встает. У него просто висит, по сути, как кобра. Просто жесткий висяк такой, онемевший, знаешь? Блядь, хуй, да ты, сука, блядь. На тебе, уебок, новый, нахуй, бампер себе поставишь, говно, блядь. Бля, разъеб, пиздец, ебать, охуенно диалоги подставлены. Да, очень хорошо, это 5 вообще прям. Да. Пиздец, это пятерик. Пятерочка. Вообще, как будто диалоги реально, блядь, из этого трейлера, нахуй. И мы потом, да, например, хорошо. Из 3-4, которые набрали по пятерке, будем решать, что первый, второй, третий. Да, чья работа сильнее. А потом можем оценить по 100-бальной, нахуй, системы. Залетаю на... Ой, где? Блядь, а как там продолжится? Сейчас я... Тём, ты же смотрел этот трейлер? Там же по-любому все нормально. А, ну это строго говорил. Ну по-любому, значит, нормально. А я думал, это Лик говорил. Ну, либо Лик. Скамлятье. Скамлятье. Диман, блядь, боится говорить даже в комнате без стрима, нахуй, куда же тут Ликс, блядь. Секунду, я вообще не говорю. Диман, какая прошлая твоя оценка была? А, на тот трейлер, ну, пятерку пускай будет, но вообще четверка. Так вообще четверка или пятерка-то по итогу? Ну пусть будет пятерка, интереснее в финале будет. Готовы? А почему Black Swan голос давит? Black Swan. Black Swan, потому что он может быть. Ёбаный рот. Ой, блядь, сейчас секунду. Опа. Блядь, за что наш рот ёбаный? Сейчас секунду. Блядь, неправильно понял. Залетаю на бит, я как Хитман, я как будто твой батя, не видим. А, спасибо Твич алгоритмам,
В Арисквадии я шеф и лидер. Скан теперь моя жизнь и обитель, и мой блок называется... Хуйсос, Ликс. Эй, блядь. Литр. Что думаете об этом голосе? Это старик? Исходит из маленькой девочки. Старик. Это старик? Прикольно, блин. Блядь, страшная хуйня какая-то будет. Ненавижу страшные трейлеры. Да, пиздец страшная, блин. Че угорать будем? Блядь. Любите сова. Держи, блядь. Блядь, давай без хуйни, я тебя прошу. Я килька? В любой непонятной ситуации спрашиваю. Я килька, блядь? Я килька, нахуй? Нет, ты шпрот, его. Че, подожди, подожди. Слав, ну ты раньше не позволялся такое на стримах. А что сделал? Я просто скрипнул. Что за подлятина? Какой стул скрипнул? Ты сейчас просто взял, встал и пернул. Ты че, рофишь? Я бы так никогда не сделал, нахуй. Тебя за кого принимаешь? Я джентльмен ебаный, блядь. Читаемая хуйня, блядь, просто, блядь, с нулевой, нахуй. Ему нужна она. Безумно. Мне нужен старенький, 70-летний Дмитрий Александрович. Смотри в окно. Сосать рыжая сметана, блядь. Иди нахуй, долбоёб, блядь. Давай, газу, ой, блядь, что за... Вторая! Тебя изгоняю, тебя! Исчезантус, еблантус! Ты, Талихан, знаешь, чем отличается твое скамшоу от моего? То, что за каждое поражение в моем кубе ты мне плачешь по 5000 рублей. Хуй вот это, засунь себе в жопу. Бля, ну прикольно. Прикольно сделано, мне тоже понравилось на самом деле. Вначале смешная хуйня. Вначале пиздато вообще. Это старик? Потом чуть слабее, конечно. Это старик, блядь. Как-то в середине как будто просело, типа. Фильм выбрал. Ну, там прикольно. В середине, да, просело. В начале было вообще охуенно. В начале и в конце прикольно. Потом как-то, да, потом как-то в... Смейтесь на паузе, не слышно. Блядь, ну уж сори, нахуй. Иногда просто пиздак рвет. Да, когда кто-то в дискорде смеется, непонятно, где это звук вообще, нахуй, в трейлере. На паузе смейтесь. Ну, четверочка я поставлю, не знаю. Диман ставит высокую оценку там, где про него смешно шутит. Да, кстати, я тоже заметил, блядь, чесвечное хуйло, блядь. Нет, здесь тоже смешно, но я четверку поставлю. Ну, потому что... Тут смешно, блядь. Здесь смешно просто про меня начало, типа, охуенное. Причем, знаешь, в начале одна шутка про него, он такой, типа... В смысле высокую? В начале охуенно, потом... Он дальше потом не смотрит просто. Середине его нет, он такой, ну, серединка просела, блядь. Смотрите, если пятерку не ставит хоть один, уже все никуда не проходит, а тут уже две четверки, так что вообще похуй сейчас на оценку. Ну, тут все четверки вообще. Я 4 ставлю, Тём, я 4 ставлю, вообще все четверки. Поэтому, ребята, все норм. Хорошо, я 5 поставлю. Все? Пишешь, ничего. Опять не из-за шутки, за то, что... Не, ничего не изменилось, слышишь? Я учу. Тебе печати пишет. Зато, когда Макс смеется, сразу понятно, что не в ролике. Я объективно ставлю, у меня нет в роликах, а я оцениваю. Ебать. Давай, следующий. Макс 2 дня на рыбалке был, наверное. О, Макс, а чекни ТГ сейчас. Давай. Давай. Чё, ты меня кикаешь, да? Смотрим? Давай. Погнали. Гнев бустерический. Да. Дамы и господа, у нас пополнение. Наша компания занимается инкассацией по всему Лос-Анджелесу. Это уже было, вы поняли, да? Себе какая-то опасная работа. Да, а враги будут сегодня? Мы здесь не хищники, мы добыча. Ты готов? Временная личная. Эх, что это за пенис, блядь? Здесь у нападающих автоматы. У тебя проблемы? Пошел ты нахуй, блядь, я вообще ебал тебя просто. Иди нахуй, блядь, с приколы. Они не шутят. Диман, как так ты умер? Я с моей Катей было что-то? Я? В смысле, блядь? Тварь ебаный, иди нахуй. Ебался, завали хейтер ебаный, блядь. Раз, два, три, четыре. Бля, ну это пиздец. Пять.
Что-то здесь нечисто. Он будто жаждет, чтобы на груз напали. И он не коп. А если он не коп, тогда кто? Что за шум от драки? Нихуя себе, блядь. Некоторое время назад убили двух инкассаторов и свидетеля. Было расследование. Этих мразей так и не нашли. Вы попали в перестрелку. А я мой сын. Спаси и сохрани. Он не выжил. Я хочу знать, кто убил моего сына. Мы навели шороха. Мы все перерыли. Мне нужна справедливость. Мы выжгли землю. Вы обещали приложить все усилия. Как это теперь понимать? У вас сил не осталось. Раз, два, три. Короче, ясно. Ночка будет долгой. Среди охранников. Сука, блядь! Я найду всех, кто замешан. За две недели я успею. Трахать. То, что вам и за 20 лет не снилось. По факту Ликс хуйня ебаная, бля. Гнев мастерический. Не, я троечку поставлю. Ну, это слабее. Знаешь, во-первых, ну, типа прикол в том, что у нас уже была такая работа, ну, типа этот трейлер. Есть с чем сравнивать, как будто, понял, типа максимально просто. Но первый трейлер посильнее был на этот фильм. Хотя еще мало фраз вставленных, типа вообще непонятных сюжетов. Пародии еще вставили, Макса нет. Да нахуй ты это базаришь сейчас? Зарка вставили, меня нет, Зарк, здорово. Че? Четыре. Здорово, двоечка. Я тоже двоечку поставил. Я прям вообще не зацепил. Ладно, я... Ничего страшного, я не отчаиваюсь. Еще впереди много тренировок. Реально, Эшли была. Да Эшли, Эшли была, сука, блядь. Чел пишет, Зарк зашел, чел пишет, минус вайп. Поехали. Давай. Да, давай, я ушел. Ты вообще понимаешь? Ой-ой-ой. Где звук? Тут такая хуйня произошла. Где звук? Подожди, пока. Тут не знаю даже. А я не уверен, что такое, кстати, можно. Да, такое, возможно, нельзя. Лучше не смотреть, брат. Но мы осуждаем это, пиздец. Да ёб твою мать, что произошло? Покажи без выпивки. Без... Без выпивки. Пожалуйста, без выпивки уже никуда я. Покажи, пожалуйста. Ну, без... А, давай я сейчас... Ты можешь экран выключить, показать. Покажи, пожалуйста. Это ты. А мог сказать просто, это не я, и все. Злой. Злой, ну, я успел заскриншотить. Просто другие люди. Ну, в принципе, да, кстати, типа, если рассуждать, что это другие люди... Это персонажи просто! Ну да, да, да. Ну, вообще, сценические персонажи, да, это актеры. Да, это актеры. Он же не сделал это с точки зрения... Как-то это... Давайте мы... Знаете, как эту работу оценим? Просто... Давай без стрима посмотрим. Да, просто... Ну, в смысле, на фулл-вебке включим. А я ее в ТГ залью. Эту работу. И просто голосовалку сделаем, и все. А я ее спермой залью, эту работу. А я префом ей просто 5 ставлю. Не, ну просто есть нюансы некоторые. Ну да, да. Блэк Сванич, красава. Хорошо работать смотришь. Так. Так что, мы не будем, да, смотреть ее? Ну, я просто давай мы ее посмотрим отдельно, просто без стрима. И, ну, поставим оценки, типа, я просто в ТГ залью, и там чат выберет, ну, свою оценку поставит. Да-да-да, я про это говорю. Я не удивлен, если в каком-то, блядь, трейлере будет просто хуй. И сказал бы, ну как ты проверял? Он скажет, ну уже маленький. Все, поехали. Позафиг, интересно. Ну, я, ну, мы посмотрим, типа, и... Крак, мне это не всегда так работает. Когда они учились в школе, то были не разлей вода. Но теперь... Блядь, качество, а ну.
Теперь они взрослые. Смогут ли они остаться друзьями? Я просто как будто другое тело ношу сейчас. Любого, дай мне. Кого любого. Весь чат 95% людей вынесет. Ты уверен? Если бы ты была цветком в пустыне, я бы не встал. Бабушка, не встали! Ты спалил орел ебучий. Покажи. Ох ты ж, блядский ты рот. Сейчас офигели, блядь. Фрики, хуя. Ты что говоришь-то? Я говорю, мы как вирус. Мы фрик сквад разрушим изнутри, понял? Стихи, ты зашел опять или на батл? Давай побазарим. Просто маму оставили, Макса нет. Он там обкаканный весь, выгнанный лежит. Бляя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 я
Знаете, за нами кое-кто наблюдает. По цвет кору даже подходит, кстати. В главных ролях. Когда на гринке не было. Бля, ну охуенная работа. Классная. Да, брат, работа классная, пойду пасу. 5. Ставлю 5. Пятерик тоже заряжаю. Ну да, хорошая. Хорошая прям. Что-то я не понял, а Кубаха было, а Макса нет? Ну, там весь сквад их был, а Макса нет. Я говорю, уже Эшли была, а Макса нет. То скоро все собаки, все кошки в роликах вообще будут, причем даже рандомные, блядь. Я не удивлюсь, если будет Кракми, а Макса не будет. Это охуенная работа, вообще разъеб. Диман, оценку. 5. Что, блядь? Я же тоже охуел. Да не, я просто ставлю, чтобы в конце все равно... Понятно, блядь, Ликс подсос, блядь, пиздатого сквада. 4 тогда. Ликс подсос просто малого. Сейчас Макс вернется и запускает. Бля, ебать прикольно такие работы смотреть с трейлерами, вообще охуенно. Круто. Особенно Макс. Тогда скидывай. Сайм Фурсберг, ты сможешь скачать вот эту работу и скинуть в ТГ? Который мы не посмотрели. Именно файлом. Да, да. Дежурный диспетчер, всем доброе утро. Пап, где мама? Не ходи в школу. Я в интернете посмотрела, я самолет сел вчера вечером. Как можно больше времени проводить с теми, кто рядом с нами. Не надо избегать звонков, встреч и так далее. Вот и все. Это очень важно. Ты не можешь, понимаешь, ты не можешь насытиться своим любимым человеком, грубо говоря, в плане общения и так далее. И рано или поздно все кончается, к сожалению. Но ценить момент ты всегда можешь. Это опасно. Скажу откровенно и честно. Мне похуй. Я тебя люблю. Понятно. Не хочу это слушать. Тот Жожа, который был и который сейчас, по факту, да. Это ты один человек? Идите нахуй, я поговорю. Идите нахуй вы и Вова, блядь, вообще все. Понял, идите нахуй. Лена, тупорылая, это же мразь ебаная, да? Надо, вот Жожа убивается уже, блядь, год нахуй по себе, блядь. Я что-то жестко запутался. Скажи честно, за последнее время, когда последний раз на стриме ты контролировал свой стрим? Блин, чердак едет нахуй просто. Уважительнее, уважительнее. Пошел Оля. Нахуй, блядь. Ну, слушай, неплохой трейлер. Блядь, ну... Кстати, по теме закинул еще. Ну, это ноль. Троечка. Ну, я, честно, там не в обиду, просто не понял, что за трейлер даже фильма. И за хозяев четверку ставлю. Хозяев пятерку ставлю. Я и за Настю Евреевой пятерку ставлю. Секунду. Ты прикол в том, что она, типа, ну там, автор, по-моему, девочка. Короче, неважно. А, она создала сама полностью трейлер. Ну, типа, из моментов со стримов и из видосов. То есть, вот, нет какого-то фильма. Ну, типа, от формата трейлеров... Нарезка что сделала? Ну, я не знаю, как это правильно сказать.
Понял. Типа по факту трейлер. Так. Давай следующий. Понял. Ну я пятерку ставлю. Давай. За Настю Ивлееву или как это. И за Матис. Матис, так ставили и... меня, нет, Саси. Диман, оценка. Проставьте оценку. Троечка. Нахуй ты смеешься. Ставлю уверенный ноль. Я троечку ебаш. За что, девочка, хорош. Что? О! Бля, старый подгузник ебнутый. Поехали. Человек... Человек-паук, нет пути на Твич. Настоящее имя Человека-паука? Мазелов? Ебать! Нихуя себе! Здорово, это Макривский, всем подписчикам пу. Вы что, вообще пизданутые, блядь? Мы нарушим. Вот, я думаю, что где-то в параллельной вселенной, где в основном все люди, ну, с инвалидностью. Ну, как-то так. Я думаю, там бы я охуенно был бы Человеком-пауком, ёбнутый вообще, нереальным. Да. Со звуком, да? Что такое, блядь? Звучно, да, на конкурс? Давай, ублюдок, поработаем с тобой вплотную. Что это нахуй? Че это за хуй? Иди ты нахуй! А, двойной прыжок, нихуя себе! А чё, Наделов тоже конкурс трейлеров делал? Я сейчас разъебу. Не, ну тут ты есть. Салам алейкум, мои... Бля, оборачиваться страшно, сука, в этой хуйне. Салам алейкум. Мазелов, а ты выглядишь адекватным, но почему ты какой-то больной? Как два есть, Максим. Подходит как-то анимешник к отцу и говорит: батя, какое аниме посоветуешь посмотреть? А батя ему отвечает: посмотри, во что ты, блядь, превратился. Какой контент, ты ебаный, сука, ушлепок, блядь. Я делаю контент, нахуй, нереальный каждый день. Завожу какого-то плотненького контента. Я, блядь, завозил контента, когда ты, сука, еще не знал, как компьютер включается. Ты, блядь, залупа, ебаная. Вот почему так назаришь? А какой ты контент завозил? Для кого, блядь? Для своих двух друзей, нахуй. Ты что делаешь, блядь? Чё, тварь? Ты дурак? Что ты же хотел? Славы нету! Блядь, блядь, гайс, ну пиздец, у меня настроение испортилось. Все, блядь. Здорово, доктор. Вам огромный привет. Как можно было? Привет, Украина. А, вот и жизнь. Тебя, и кроме тебя, себе, и... Короче, блядь, кроме тебя, ты сам себе, тебя не нужен. Лечу, уже полетели, нахуй. Меня зовут Член-паук, блядь. Сукины дети, вам пизда, блядь! Если меня все нет, нахуй! Сори! Даже Илюку вставили, боюсь. Нихуя его свалил! Пути нас вперед! О, Релин Слободчук, ты ебаный был, блядь. Мораль сей басни такова. Нам скоро жопа, господа. Получай пизды, уебок. Бак, мне в рот тебе дал и голову забил. Открыл точку в детский летний лагерь. Дела тебя на такой. Сейчас есть Максим. Блять, что? Почему именно такой стак? Я не понимаю. Блять, это настолько стандартно. Я честно скажу, это настолько неожиданно, что я поставлю 4, типа. Бля, все люди, которых я видел, я не ожидал вообще. Бля, такая же хуйня. Почему именно такой стак, блять? Если вдруг появлюсь я, поставлю 5 этому тренеру. На конкурс бустера чел добавил бустера с одной фразой 5 секунд. Типа фразы Мазелов никак лайк. Просто Кати больше, чем Славы в ролике, блядь, для конкурса Славы, я не понимаю, как это может быть. Не, ну это пиздец какая-то... А то, что Мазелов главный персонаж, я вообще... И Мазелов главный персонаж. Это пиздец необычная работа. Типа Катю без Славы вставили, вот чего это. Ну я четверку ставлю. У меня чисто с необычности этой работы разорвало нахуй. Максюш, ты в моем будешь с трейлера на 2 секунды. Спасибо, дружище. Блядь, первая работа, где будет Макс, я сразу пятерку хуячу. Я троечку. Даже не досматривая. Не, брат, ты не можешь упустить такой шанс. Трейлера пятерочка будет, да, тебе? Там будет Макс? Да. Кайф, ебать. Тебе же будет Макс? Бля, ебать, это легендарное появление будет. У Димана тебе тут? И... Не знаю, нет, походу не здесь. Нет, нет, нет. У Димана и Макса какие оценки? 3. 4. Включай. Ужж, нихуя, ужж.
Хуя там, бля. Ебать, у нее бампер, я ебу, как будто она насрала, бля. Бен, ты меня уважаешь? Бен, ты охуел? Ответь, ты меня уважаешь, бля? Что ты смеешься? Ты что думаешь, бля, я эту хуйню терпеть буду? Бен, что за хуйня? Давай, лох, ебаная отручка, бля. Алло, алло, слышно меня? Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые, блядь, стримозрители. Драться, да? Слабачок там, нахуй. О, ты чё, сука, ебать, блядь! Ты чё, блядь, делаешь, блядь? Ой. Пососи, блядь! На, нахуй! Я сейчас жестко набрал. Что я уперся? Ты кот, что это хуйня на ковре, блядь? Что, блядь? У меня был выбор, с подсветкой или без, я выбрала с подсветкой. Ковер, блядь, с подсветкой, нахуй, вообще пиздец. Тапочку пол, блядь, и все, полетел, уродненький, блядь. Индизель, ебаный, блядь, свет, блядь. Ай, блядь, ненавижу погони, блядь, ебаные. Ох, ебать, ты кто такой, ну? Ебать, ты здоровый, мужичок, детей. Ты кто, блядь? Я тупой, но не долбоёб, понимаешь, это разные вещи. Сюда! Здоровый, блядь! Блядь, Дима крут, ну реально крут. Отхуяривает стримов, блядь, по 10 часов, блядь. Ну ты долбоёб, что ли? Ну ты ебанулся, блядь. Ебать, на здоровье, долбоёб! Белый, 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 блядь! Тут надо понимать, то есть, ну, типа, дело вкуса, понимаешь, то есть. Да, это дело вкуса, это писем товарища. Я хуес люблю вообще, вы, блядь, кентафарский отсос, это почетная хуйня. Мне кажется, что в члене важна, да, эта толщина, пиздец. У тебя толстый хуй такой? Да, 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 естественно. Ну что, давай покажем. И сейчас просто хуй. Бля, ну смешно, пиздец было. Прикольно. Ну я пятерку его. Четверка. Крак мне пишет, что он появился в ролике раньше, чем ты. Схуяли. А он был в чате. Там уже весь чат появился, блядь, раньше, чем ты, дядь. Нихуя сидел. Первый раз времени ушло примерно 2-16 дней. Что за разброс? Как будто заказал где-то. Это как, блядь? Пусть будет 5. Прикольная работа. Похуй. Мне понравилось. Да, она охуенная была. Это то, что ты хуйни по 2-16 дней порвался, нахуй. Типа, сколько у тебя хуй? Ну, примерно 2-16. 2-16 сантиметров, блядь. Все, поехали. Здорово, пень. Здорово. Зачетный будет сейш. Бля, нихуя вот это вот. О! Хмырь, что тут делает? Руки прочь от моей попы, свинья. Воска заныла. Лерон. Лерон Морон! Блядь! Тут вообще 5 минут есть, чтобы в этом мире тусоваться. Иман. Да, посмотри, там есть огонечко в базаре. Сука. Ай! Ай! С такой думаешь, где контент взять? Вот, пожалуйста, там пришел. Грабежи! Погромы! Говорю вам, это апокалипсис. Книги откровения один в один. Там что-то происходит! Кинь мне нож! Блядь, что? Надо забаррикадироваться и укрепить стены. Хуя изменился. Я стену укрепил. Я неделю пряталась в канализации. Постарайся поспать. Парни, что вы тут делаете? Я нереальный фанат Гарри Поттера. У меня к ней миллион вопросов о том, как они снимают такие фильмы. Успокойся, Дамблдор. Не надо, дядя! Вертолет! Мы спасены! Конец света 2013. Апокалипсис. Бля, видели, как Зарко вы это сделали? Мне нравится, если честно. Я 4 ставлю. Ну, мне диалоги что-то странное показали. Зарк 4. С короной. Троечка, наверное. Да. Ну, Зарку то, что ебальник снесли, забавно было, конечно, в игровой. Бля, а нажми до конца, в конце. Вертолет! Мы спасены! Че говоришь? 4 секунды, подожди. Ладно, 4.
Пойди. Вам не кажется, что это видео с девушкой, видите, типа 2-3. Да, я его хотел посмотреть. Да, оно меня уже молит, пиздец, думаю. Вот это? Да, можешь посмотреть его? Да, оно пиздец, оно просто постоянно. Директор такой: о, добро пожаловать. Ну все, можно, в принципе, понятно, это байт был. Нет, там вроде дальше будет. Подожди, ну а что ты ждал в этом ролике в целом? Я думал, ну это видео серьезное какое-то. Ты думал, потому что там ёбка прям начнется? Да. Это трейлер на какой фильм был, блядь? Челы пишут 5. Что-то от Бразерс, блядь? Слушай, я 4 ставлю. Давай следующий. Да, тоже 4. О, сейчас пиздец сильно, мне кажется, хуйня будет. Гарри Поттер? Слава бустер и тайна Казика. Поехали? Ну а что, звучит так-то? Ну звучит охуенно. Бля, ты заебал! О-о-о. Ебать! Ой, бля! Долбоёб, что ты делаешь? Ты машин блядь! Нахуй иди, блядь, с козырька, блядь! Иди, блядь! Давай, поехали! Давай, 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 Дос! Я сейчас распакую вам тортик. О, блядь, что нахуй? Вообще охуевший, что ли, блядь? Сейчас буду учить жизни, блядь, малыш. Пизда вам. Блядь! Давай. Съебись. Бля, миг сгорать, ебаный нахуй. О, бля, что это за хуйня, нахуй? Ебать, урод, ты чё за чмо? Ты сказал, здесь не будет монстров. Ой, блядь, это мама, бля, ебать, она огромная, я ебал, блядь. Гамма Кривский. А, блядь. Блядь, смотри! Тут паук аккуратно слева. А, бля, хуярь, хуярь! Ой, тварь, ебаный, обосрался, хуйло, блядь! А, мудачок! Алло! Ну чё, суки, нахуй! Слав, ну смотри! Да я не хочу смотреть, блядь! Лиза прикольно вставлена. Ты летишь? Страшно, сука? Лошок ебать. Ух ты, ебать ты, сука, ползучий! Let's fucking go! Нет, 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 нет! Ой, блядь! От меня отвернулся весь мир. Ты красава. Коля, я с тобой. Ты меня, что за хуйня бежит, сука? Заткнись нахуй, долбоёб! Давайте сюда, мразь. Ааа, мудак ты ебаный! Сука ебучая, блядь, ты твой! Ебать, я рискую! А где Казик-то? Казик не понял, при чём, да. Ну прикольно, 4. Вова Братишкин и Олд Спайс. Ну прикольно, да, было. Что-то между пятеркой и четверкой, но я так понимаю, что один хуй, это уже не важно. А мы где-то половину, да, посмотрели? Да, прям ровно половину. Вообще прям вот половину. Диман, слава оценки. Все по 4 сказали. А. Бустер против Братишкина. Поехали? Давай, давай. Диман просто один из худших. Ой, в дверь постучали 192 раза. Это Диман сейчас сказал. Ой, Эвелон, Вадя сейчас сказал. Ха! Челу 35 лет, посмотрите на его ебло нахуй. По факту, я честно никогда не понимал, типа, что ты выебываешься, когда ты в игре, ну, типа, нихуя не можешь. Вот все, кто думает, что Слава тупой, он тупой. Ты охуел, тут всех засрал. Что ты будешь делать, сука? Трахать, 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 блядь, трахать, трахать. Сразу договоримся, без матерей играем. Я один раз сам засосался член пылесосом. Я убил всех комаров, чтобы ты сосала только у меня. Хоть раз сперму на вкус пробовал? Свою нет. Да хуя козоровая, блядь. На губе сперма твоя. Потрогай сейчас. Просто, блядь, эти поцелуй тебе. Ты пробовал колен в жопу покурить? Говно ебаное. На, нахуй! Лучший из лучших, блядь! Сбегает, пак!
что, блядь, ебанутая, что ли? Бля, нахуй я сейчас согласился, я такой долбоёб, бля, такой чумо ебаное, бля. Что, Газгин задел против пинг-понга? Да ты ща в рот выебу! Блин, я хочу попку чё-нибудь сунуть. Ты чё, поебёмся? Нихуя. Блядь, реально очкобус какой-то. Ебать, да. Что происходит? Ну я охуел. Ебать нахуй! Люблю большой член. Ну я ебал очень. Макс! Знаешь, что это был? Это Макс был, блядь! А че так мало? Тихо, тихо, хватит, хватит! Чисто засосались. А может быть тогда сыграем? Брэл Стэрс, брэл! Двоих вас удел, как нехуй нахуй. Посыны просто ебало все в говне, блядь. Здорово, долбоёб ты ебаный! Я не кокос. У него шкудишка! Ох ты, блядь! Чё ты увидишь? А я гаечка. Братанчик, погнали в Бравл Старс. Иди нахуй, блядь, мать ебал. Блядь, цените мать, пожалуйста. Ну, бля, во-первых, работа на самом деле прикольная. Были хуёб 36+, кстати, чел сделал, наконец, надпись. То, о чем я говорил. Ну, плюс еще там Макс был, поэтому пятерка. То есть работа прикольная, работа прикольная, но типа я думал между четверкой и пятеркой, но так как Макс, типа, блядь. Нихуя, я тебя тоже пятерок наебашил. Да что? Кто, сука, там пришел нахуй? Вадя, у тебя? Я тоже, брат. Ой, блядь, смешная хуйня. Все, брат, включай. Поехали. Шумит. Типа телек. Перестань. Ты брать хочешь или что у тебя с волосом? Ничего, возраст вообще ничего не дает тебе. Ты можешь ёбнутый фильм стать. А что за фильм? Можно и в 24 гаечку смотреть. У меня вот, видишь, у меня очень много студентов и вообще взрослых. Эпоха времен, я не помню, как называется. А каком начало телом он выглядит без макияжа? Такому, блядь, никто меня хочет трахнуть, зачем? А мне чел пишет, знаете, ну, я даже это заскринила, не привет, ничего, просто четверг, 18.07. Тебя натягивали в автобусе, прижав к окну? Нет! Там сами ставьте слова. Причем рыжий камень, заметьте, не рыжий. Силы сами пропустили. Ну, похоже на вора домушника. Дина, спасибо за рейд большое. Долбоёб ебаный, блядь. Ты что, всё это платишь? Ну куда ты? Блядь. Ёбаный ротик, я бегемотик, нахуй. ОКС. Такое дело? Форму хотите? Заходит слепой в бар и говорит: «Привет всем, кого не видел!» Если бы моя бабка знала, сколько я сэкономил на ритуальных услугах, то она бы в канаве перевернулась. Неважно, в какой жопе ты оказался. Главное, чтобы в твоей жопе никто не оказался. Однажды лицом к лицу ты сталкиваешься с ее избранником. Мы три ролика смотрим. Боже, это он. Слава яйцам! А фигурка у него, кстати, неплохая. Че вы там делитесь? Прошу вас, прошу. Это ее парень, какой-то интернет-миллиардер. Пизду медовую свою завали нахуй, слышишь, бля, шершень будет. Скотище, ребенок. Алло, ебать, ты думаешь, постарел, ебать, и все можно нахуй? Ты такой... Соск. Папа Лейерт не следит за речью, но он хороший парень. А это тебе нравится, Ирка, да? Так вот ебу ты ее в жопу уже, блядь! Вот это ты куда тут играешь, блядь? Нахуй ее в роте, блядь, ты мужиком, блядь! Этот парень — настоящее наказание для отца. Целовался? Нет. А пизду лизал его? Да, ебать! Красавец! Где я был, блядь? Вообще нахуй. Блядь, мне сегодня в жопу шланг вставляли, нахуй. И мой посыл вам на сегодня, блядь, проверяйте свои жопы, нахуй. Три дня ничего не ел, блядь. Мне сегодня только на пальце гейм написано. Сука, просто разбомбили этим шлангом, блядь. У меня очко горит до сих пор, блядь.
Фу, блядь, если ты считаешь меня за друга, это так не работает. Вообще прям, ну я лег, расслабился, блядь, и, ну и мне прям по локоть залезли, блядь. Я такой, бля, мужики, нахуй, а как же колоноскопия, блядь? Вообще на всех нас похуй, выйди отсюда. Ты ебанутый? Выйди, я тебе сказал. Прикольно. Бля, ну я пятерик ставлю, типа это... Типа очень хорошие шуточки, особенно начало с камнями, блядь. Да, за камни пятерочка точно. Ой, это... А Вадя? Тоже пять? Вадь, чё ставишь, брат? Ух, ебаный ру... Вадя похуй, его нету. А, он ушёл. Отошёл. Я в туалет скажу пока. Он пятерку тоже ставит. Заебал голос выдавливать. Попробуй расслабиться и скажи что-нибудь. Ну, говорю. М? Ну, сказал. Ну, а прям вот максимально. А скажи что-то, как будто детский голос. Детский меня не особо умею. Блин, не, платишь, блядь, конечно, блядь, голос. Бля, что вы понимали, ему 11. Нет, сколько тебе лет? 18. Пиздец, я тебя... Мне просто, если я выдавлю, там вообще пиздец. А у тебя есть фотка? А попробуй наоборот. Так мы виделись, мы в жизни виделись. А? Я ему говорю, что мы в жизни виделись. Как пиздюк выглядит. Здорово, чувак, Алексей. Вадя, что ставишь? Ебаный рот, блядь. Вадь, ты смотришь, брат? Да. Я ему говорю, что он в жизни виделись. Это что? Блять, я уже забыл предыдущую, брат, что было. Брат, ну, все поставили пятерку, если что. А, Диман еще все ушел. Все поставили пятерку? Тогда я поставлю пятерку. Оп, оп. Поехали. Давай. Ух, ебаный рот, блять. Слав, сейчас повестка на деле, будет уже бустер. Снял Леонтьев. Меня не так часто бустер выпускает, бля, на свободу. Не так часто я могу, бля. Бустер все равно найдет повестку, блять. Но пока, бля, здесь Леонтьев. Блять, сука! Че это за фильм? Я не знаю, тоже вот пытался понять. Какой-то лунный Бустеренко. Иди-ка сюда, нахуй! Лунный рыцарь пишет. Лунный рыцарь. Бля, ну они же нормально выглядели. Че с тобой случилось, Слава? Ты че за лупа потлатая? Ты свою челку видела опущенную, блядь? Какой, блядь, Леонтьев, нахуй? Бустеренко, блядь. Давай, Слав, повесели меня, давай! Блядь, там здоровый, блядь, чешет! Блядь, дед ебаный, блядь! Ты ебанулся, что ли? Там нет пауков! Хочешь тянуть тебя трусы, блядь, порывисто. Лифт — это не пасти. А там это все Леонтьев. Блядь, что так темно-то, блядь. Блядь, да кто звонит, ты сука? Что за хуятина, блядь? Слав, Слав. Да, да. От кого, от кукол? Да что пиздишься, или я в тебя сплюсну? Я бы такой как ты не стал бы нахуй, слышишь? Вот. Санечка, родненький. Вы двое, кто дал 100 рублей. Стоите здесь, пока все ваши друзья не вывернут карманы. Поли? Поли? Какой-то Санечка, блядь. Ебать, долбоём, господи, блядь. Кто сейчас со мной разговаривает? Здравствуйте, ребят, Леонтьев беспокоит. Полковник Бустеренко, Вячеслав Андреевич. Либо лечишься здесь, либо проваливай. Иди нахуй, Бустер, отсюда. Леонтьев, я урод, ебал, дурак, блядь, ебаный, блядь. Забрал! Ебой, хоуни. Что за хуятина, блядь? Катюшку вот пиздец люблю. Так вот ебут её в жопу уже, блядь! Ты чё, сука? Брать! Ебать, крыса, блядь! Бля, Лёнтик, я, конечно, охуенный лечил, бля, ребят. Ой-ой-ой, как хорошо вылазить из жопы. На трусы нахуярить тоже. Ребят, смотри, фильм реально, блядь. А я не смотрел его. Я пошёл по тесту нюхать бебру реальную, да-да-да-да-да. Да, прикольно. А сериал нужно смотреть, понял? Бля, прикольный. Это сериал, брат. Да, я что-то даже не смотрел. А, я даже не смотрел. Я тоже не смотрел, но я слышал, мне сказали, что это ебанутый охуенный сериал. Я четверочку поставлю. Я тоже четверочку поставлю. Непонятно вообще. Ну, блядь, ну, смешно, типа, между четверкой и пятеркой. Сериал годный, вообще говорят, что это охуенный. Брат, можешь пятерку ставить, ничего не решит все равно. Ну, плохо, тогда пятерку ставлю, бля. Спасибо, чел, что он сделал. От души, брат. Всем спасибо. Окажи мне услугу. О, сейчас бойцовский клуб будет. Ебать. Может быть интересно. Сейчас посмотрим, как сделать. Готовы, пацаны? Давай. Да, окажи мне услугу. Отсоси, ебать. Зачем? Ты же не знаешь себя, если ни разу не драл. Стоп, назад. Начнем пораньше.
Позвольте рассказать вам кое-что про Тайлера Дердена. Она погубила уже многих. Уберите вот... Следующий. Ты видел, где Жожа сейчас? Уберите вот это. Я сплю, нахуй. А ты что-нибудь, Вадя, ты что-нибудь... Ну, типа, у тебя есть какие-нибудь зависимости? Моргенштерна вставили, охуеть. Зависимости? Сперме. Я произвожу себя, блядь. Так появился он. Полковник Бустерега. Давай, пока я не струсил. Да бля, мудак, ты ебаный, блядь! Добро пожаловать! Бойцовский клуб. Первое правило клуба. Это ебал в рот, блядь! Знаете, почему я не очень хорош в постели, ребята? До постели я обычно не дохожу. Тише, тише, ебать! Пошел ты нахуй, блядь. Ты не дашь мне спать всю ночь. Ну, она испортила все. То есть она меня не любит вообще? Нет, конечно нет. Бен, у Наташи есть мозг? Yes. Она им пользуется? Yes. Ты пиздишь? Yes. Что съебало вам, цосок, блядь? Ебать. Я заканчиваю карьеру. Да, какой же охуенный фильм. Да, там у Брэд Питта такая фигура, на самом деле. Я очень люблю шарики, оказывается. Ебаный рот. Так ты пробовал сперму? Трек. На четверочку поставил. Тоже четверочку уебу. Да, тоже четверку. То все четыре. Ну, это хорошее. Ты можешь раз... Блядь, что-то мне не очень нравится название. Бегущий в лабиринте запреток. Нормально. Резалив еще к тому же, слышишь? Перезалил, блядь. Первый раз даже ютуб заболел, блядь, понял? Слав, ты на телегу написать, что там? В смысле, ты не смотрел, что ли? Нет, я смотрел. Ну там нет запреток? Там, сейчас. Там просто запретка, ебать, и все. Да, брат, запускай, похуй, раз живем, давай. Мне кажется, надо было не говорить это. Ну, я скинул Славе. Это норм, брат. Не, да, ну как? Похуй. Не, ну подожди, ну ты же видишь, даже не знаешь, что там. Да нет. Вот так не поддержки. Так, там просто весь трейлер? Нет, там в конце в одном моменте. А, ну все, нормально запускай. Запускай тогда. Ну давай. Ну все, не забанил. Ты можешь рассказать о себе? Кто ты и откуда пришел? Как тебя зовут? Полковник Бустеренко на связи, межгалактический раб. Ну, новичок, пора вставать. Что это за место? Ёбаный сыр. Твич! Кто нас сюда затащил? Амазон. Пиздец, блядь. Что там такое? Пошел-ка ты нахуй. Вы не удержите меня! Вот это уже брехня, ебать. Там объясните, что там? Они здесь. Они будут приходить, пока не прикончат. Ты посветай ее ногу! Бам! 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 Ты уверен? Чат решит. Фильм «Бегущий в лабиринте». Сайдборды банят, да? Бам! 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 Ой! Бам! Эта идея неплохая, но... Чуть... А где запретка-то? Я запретку ждал просто. Да. Я даже не понял. Ну... Я бы поставил троечку. Бля, я бы тоже троечку поставил. Троечку. Не, я два поставил вообще. Да? Это ни к чему вообще. Но... Так. Да короче, похуй в целом. Тачки, что ли? А я не понял. Нет, помню. Не-не. Фриконялки. Я тоже не понял пока. Фриконялки. Догонялки, может, типа, блядь? А есть такой фильм «Догонялки»? 2022 год. Ну-ка, ну поехали. Чёрт, пиши, запретки не хватило. Кстати, там была бы запретка, можно было пятерку хуйнуть. Последнюю, так сказать, блядь. Чё, поехали? Хесус заруинил.
Бля, когда будет трейлер про Макса в главной роли? Я сделал на канале. Екатерина, выходите за меня замуж. Я хочу общение! Общание! Милая, милая, Эшли милая довольно-таки девочка. Я могу позволить себе просто посидеть на хаосе, нихуя не делать. Я могу это позволить. Блядь. Иди нахуй, ёпта. Какие же ебаны, нахуй. Просто на яйцах. Нахуй страх. Нахуй страх. Нахуй страх. Эй! Какая-то ебаная бледунья, нахуй. Смелее, смелее, чё ты очкошь? О, бля. Давай, родной. КамАЗ ебать. Тварь, саны, а? Играй, блядь. Ты буди-буди-буди, на работу сдашь. Ты хуёк, кстати, мне отсоси. Fuck you. Ты хуёк, соси-соси. Блядь, вот ты такой хуесос. Пацаны, скиньте там ссылочку на донат, я вам закину. Просто в ахуе с тебя, блядь. Can't touch this. Ну-ка, ебало на ноль, сырник ты подзалупный. Ёбаный рот! Я вообще долбоёб. Слой. Я веду себя как шлюха. Когда меня взываешь, мне только в кайф продолжать. Ты рушлишь? Между отдыхом и работой я всегда выбирал работу. Это очевидно. Чё, сидим, кайфуем, нормально. Нытик ёбаный, блядь. Тут лям, брат. Тут лям. Блядь, что за говно ебаное? Блядь, это меньше, чем у Димана стоит. Пиздец, кайф, я думал, рот ебал. Так это и есть догонялки. Это вы смотрели этот фильм? Нет, нет. Так реально есть фильм догонялки. Детства, фильм. Да, друзья с детства каждый день, каждый пятерочку год играли в эту игру. Мне вообще понравилось, я пятерочку поставлю. На палец. Я тоже пять поставлю. Ой, блядь. А все пять ставят? Ты водишь, говорят название. Наверное, в другом переводе такой. Догонялки. Я пятерочку ставлю, мне понравилось. Да. Все пятерки ставят? Не-не, Макс поставил четверочку и Вадя четверочку, по-моему. Я за Хантика? Поставил. А, нет, значит, один Макс поставил четверочку. Я тоже четверочку поставлю. А, ты пятерку? Тогда пятерку. Ну, давайте финал. Ну, он хороший трейлер. Это хороший кажется трейлер. Мне понравился, я пятерку ставлю. Он хорошо Алексей сделал. Алексей в ТГ на себя написал. Смотрю трейлер у Бустера, очень приятно, что часто вижу себя. Спасибо, что постарались. Бежать так само. Я Макс тоже. Макс, тебе есть что в ТГ написать? Спасибо, что больше, чем Макса видишь. Я тоже. Сейчас напишу тоже. Тебя вставили на 10 секунд или на 3? Там вообще, походу, блядь, не знаю, доли секунды, типа, мгновение ебаное. Погнали? Погнали, агент! Погнали? Да. Запускай. Ебаные, блядь, сраные, блядь, комары ебаные, напали, блядь, шакалы ебучие, блядь, на гордого, блядь, льва, блядь. Пожалуйста, я тебя прошу просто. Я просто разъебу сейчас, я убил уже одного человека. Лёш, дай, пожалуйста. Что ты хочешь? АВП, да, я сейчас разъебу. Хуй рыхло, я ебал. Прямо грустно вообще. То, что Exile такой гандон, блядь. Если это метафорами говорить, естественно, это нормальный Кент там туда-сюда. Вот, это опять камхуйня! Все понятно. Сука, воняет говном. Двоих просто уделал, как нехуй нахуй. Здорово! Не знаю, я хочу, короче, $1000. Да не надо ссориться! Я испытываю чувства к Славе Бустеру. Блять, хочу шоколадку. Ты зарабатывай бабки, реально! Он хочет набить ебало Бустеру. Вау, сейчас жестко будет. Минус 50, минус 90, челам даю. Блять, ну зачем я, сука, меня это бесит? Я хочу без тильта. Где ты тут друзей увидел? Сука, блядь, первым тебе в нос сейчас нахуй. Скажи, мы звали ебало. Бля, мне срать захотел. Я такой, фрешмен. Осужден за слив топлива и еще. Я ничего не... Ты какой-то рофл, блядь, да, или да, что? Да. Блядь, я не могу нахуй. Да блядь! Ваня, тебя будет мега отсос. Не, строго, строго вообще грамотно двигаться. Да что это за хуйта, блядь? Боже, помоги мне, бля, нахуй, какие-то очень быстрые переходы сцен, нет такого? Как будто ты... Давай, без херни. Я вот самый. Ой, все вывели. Опять Лёху вставили. Заработал порядка миллионов. Извините, я думал, я всегда смысл такой. 249 лошадей. Ебать, это вообще разъебос нахуй. Руль охуенный, вот эта штука, это как сиськи, блядь. Ну, бомбовый. Написал набор слов, ебать, фокс. Блядь, знаешь, чем прикол? То, что если в начале, типа, было угарно,
И в конце, это вот последние 10 секунд, 15, то в середине, там в трейлере просто кадры по секунде были. Ну да, там жестко. Там, кстати, можно было Макса оставлять. Да. Возможно, он там был, мы не увидели. Типа, прикол в том, что там, типа, настолько сам по себе трейлер странный, что, типа, блядь, ну, это хуй знает. Ну, блядь, четверка за, типа, за какие-то, блядь. Мне сотришки пиздец порвало, как долбоёбы всегда. Кто такой Макс, сел спрашивает? Хуй его знает, брат, мы не видели его пока. Запускаю? Хроники накрутки называется. Да ебать, ты такой сос, вот блядь, зря ты это начал, нахуй. Я заработал сильно больше. Послушай себя, что ты говоришь про цифры, про это все, ебать, приземлись нахуй. Я кручу себе зрителей на Твиче, да? Постоянно все мои зрители, ну, наверное, не все, но большинство накручены. Попался, катана. Боты плюс в чат. Просто пиздец. Цифры ударили в голову, я получил власть. Которая перенеслась моему отцу, понимаешь? Ну, блядь. Помогите мне, блядь! Пошел нахуй! Кривский, сука! Не знаю, я просто искренне советую вообще людям не связываться с этим. Если он переступит грань, он поймет, что это будет зря. А это трейлер чего-то? Да, хроники. На Наруто же. Это просто спойлеры, что? Наверное, пиздец, нет? Не, это же трейлер. У меня невероятный огромный показатель. Он думает то, что если он будет каждый день с кем-то конфликтовать, то онлайн будет расти. Я не смогу раскрыть свою силу. Я сломаю себе руку. Баруто это говорят. Он не имел права про меня даже рот открывать. Не каждый может стать титаном. Ты уверен, что ты потянешь эту ношу? Да, да. Я убью тебя нахуй! Су! Ебать! Я этого ждал! На нахуй! Ты хуйло, бля! Я клоун! Тот, кто ходит на фоне, тому ноги нахуй сломал. Пососи нахуй, валенок. Я трансформируюсь. Кстати, это не трейлер, это вставки пизделок было. Не, они в конце просто, ну, выиграют вдвоем, но это не, типа, не спойлер был. Ну ладно. Ну, хз. Такое как-то пресновато было, не? Три. Согласен, ну... полностью. Типа и не смешно, и не прям, ну не знаю, типа, хз. Ну я, наверное, тоже троечку ну, ей буду. Просто норм. Четверочку. Просто корм. Мне вот это нравится, это про что интересно. Мотылек. 192, блядь. Мотылёк. Ну, я 3 ставлю, честно. Чел пишет. Префом этом. А Макс был, я просто моргнул. Чё там Макс написали? Прическа онлайн. Чел пишет. А Макс был, я просто моргнул. Бля, такая шкуня. Я, кстати, мог вообще миллион раз Макса пропустить уже. Да не, я очень стараюсь не пропускать. Ты вообще не моргаешь, блядь, весь стрим уже. Поехали. Ты борешься? С кем? Покажи. Ой-ой. Вы арестованы за убийство Ролана Леграна. Мужчины? Держите черновик, ебать. А что в меловике будет? Что с миром творится-то, блядь? Все, мне этого достаточно. Пипер. Пизду, блядь. Куда лезть? Я вчера Ольгу так ебал. Андрекс. Иди нахуй отсюда, блядь! Короче, у нас скоро будет 4 кика, наверное. Это что? Это что? Такое? Блядь! Понимаешь, даже у меня даже сейчас онлайн больше, чем у него. Что такое, хуйсос? Ты налепился, блядь.
Вы собственность управления административных учреждений французской Гвианы. Что-то тебя кого-то не слышит. Блин, ну где Макс? Хочу без тильта. Не, сейчас будет Макс вроде. Знаю, из вас замышляют побег. Мы реально разъебем. Пиздец. Можете пытаться бежать сколько угодно. Бустер. На страже всегда находятся два надзирателя. Чищоба, где лучший исход для вас — голодная смерть. Блять, я каждый день трахаюсь. Черкаш, видели Черкаш? Рыжий, кому ты бежишь? Как, блядь? Если выживете после первой попытки, получите два года в одиночной камере. Simple, yes. После второго раза пожизненное на острове Дьявола. Там творятся странные вещи. Особенно с теми, в ком не угасла надежда. Фрик. Бля, что за фильм прикольный, походу. Мотылёк. Так он называется просто? Да. Наверное, просто. Без 192. Да. Можно сказать, не знаю, как это назвать, сюрпризы, бля, и так далее. Но, типа, очень важно не только наносить удар, но уметь его держать. Блядь, мне кажется, я в конце крикнул «Макс». Не, не слышал. Или... А Саня два раза был, да, в ролике сейчас? Да. Макс был? Бля, Макс, пиздец, брат. Говорят, это Макс был. Я тут был, этот, я пропустил себя просто. Делайте клип. Бля, приколись, Макс там просто пикселем был, знаешь, как на пиксель-батле нахуй. Макс был, где, покажи себя, где был. Проморгали, бля. Моргнул, прости. Я тоже, походу, проморгал. Блядь, что ставите, пацаны? Ну, если я был, то 5, если не был, то 4. Троечку, наверное, что-то как-то вот странно. Я 4 ставлю. Я тоже 4. Так, поехали. Блять, это актуальное название фильма «Вавилон за поезд 144» по трейлер. Если вы начинаете вечеринку раньше, готовьтесь к приходу. И там будет парень, который тебе нравится. Парень, который тебе нравится, будет. Со злым отцом, отец его, возможно. Только с ним у вас любовь, но злой отец может помешать этой любви. Поэтому секс, либо скорее всего, если будет, то не только с парнем этим. Не понял тоже. Возможно, еще будут другие люди, участники. Так да что? За ты все нахуй! Это Азамат Айталиев! Азамат, все в пизду, они, бля, говнари, нахуй. Ты глянь. Так. Не мама тебе говорил, типа, бля, сынок, ты связался с долбоебами, нахуй. Мальчишник в Вегасе. Да. Блядь. Чуть-чуть контуженный, бля, жопа разорванная. Ебать. Понимаешь, что мама-то была права, нахуй. Я так понял, тебе не понравилось. Давай, дед, вставай, нахуй. Ёбарода. Ну что, ебать, чё ты на меня смотришь? Не знаю, ебу. Посмотри, диван с бородой. Лох ебаный. Давай, ехай, блядь. Куда ты лезешь, ебать, обезьяна? Ой, что ты делаешь, ты что, ебанат? Я, по-твоему, бля, что, терпила? Конечно, да, блядь. Бля, мне за всей этой движухи так срать захотелось, грязная, блядь. Вот там внизу в бассейн мне, как в GTA, блядь, прыгнуть. Блядь, кто придумал это животное вообще? Как оно появилось? Реально нет ко мне чувств. Пошли в кальяшку тусить, нахуй. Я не пойду никуда. Пойдемте, ребят. Че, реально? У меня организм не выдерживает, возраст уже. Блять, такой день ты, ёбан. Плюс очко! Плюс очко! Я клянусь, я не знаю, что я решил очко поставить. Блять! Плюс очко, блять! Это такая пиздец, А ты чё то, брат, это? Факью. Я разрушил семью, чувак. Блять! Какой бан! Нам всем пизда. Я ничего не могу с этим поделать. Ебаный кокосы в рот попали. Ёб твою мать, а! Оп, заички. И все. Ой, ебать, что ты дал?
Бля, 5 ставлю, полный кайф. Бля, охуенно было. Максик, я за писюнчик потрогал, честно. Бля, охуительно вообще, пиздец. Макс вытащил соло видеоролик. Я сейчас пост опять сделаю, ребят, спасибо. Четверки, да? Я пятерку ставлю железную. Ну, когда 2.23. Блядь, что это? Ой, блядь. Не, ну все, хватит вставлять слишком много видео. Чел, мне сейчас слишком много Макса. Да, такое ощущение, что конкурс Макса, а не Славы. Блядь, вы можете реально, типа, чтобы хотя бы я там или Ваня были в главной роли, блядь. Нахуя вы Макса только выкладываете, нахуй? Блядь, Макс секунд 7 был, да, уже? Я, в общем. Простите. Да. Это ваша машина? Только не такой. Да, сколько же вы зарабатываете? Ой, ебать. На прошлый месяц где-то 72 тысячи. Это Volkswagen Street? Покажите мне, что точно 72 тысячи, и я хочу работать на вас. Слушай, я ухожу. Меня тут на биржу труда зовут. Мое имя Джордан Белфорд. В нежном возрасте 22 лет пытливый ум и амбиции привели меня на Уолл-стрит. Объясню я еще раз. Деньги клиента должны перекочевать из его кармана в твой. Но если зарабатывать и для клиента, так будет выгоднее для обоих, верно? Нет. И я ушел с биржи и создал свою фирму. Ваша аудитория 1% из всех американцев. Это я, это тоже вот я был. По которому я научил каждого из вас быть. В смысле, с кем там Макс был? У нас величайшая компания в мире! Я становился человеком-легендой. Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. 26 тысяч долларов за ужин! Отец, мы уже не бедные. У нас большой навар. Сэр, он прав. Он что, лечит от рака? Навар как раз и лечит от рака. Именно по злому он так дорогой стоит. 22 миллиона! Главный вопрос, было ли это легально? Ну, конечно же, нет. Что продолжается? Чтобы убрать меня, им придется создать нового бога! Я никуда не уйду! Бля, Макс охуенно. Мои бабки на твоих сиськах, значит, работаешь. А что там еще на 30 секунд? Не знаю. Он ролик вставил, то, что это он, типа, автор. А, ну верим, честно верю. Не, я вообще до конца не верил, брат, спасибо. Ну, четверочку поставлю. За старание. Четверочку за Макса. Макс пятерочку за себя, да? Да, я пятерочку. Работа выглядит, кстати, очень жестко. Вот тут прям пиздец. Так, ну, Вадя и Макс. Три. Женька, два. Да похуй, на все равно тройки поставили, какая разница, что мы да, ставим. Да, уже не важно. Ох, пятерки. Че там в чате? Чат 5 стоит. Не, ну там, кстати, пиздец дохуя тебя было, брат, как будто уже перебор, бля. Надеюсь, дальше не будет. Женька за 20к продают. Ну, типа, у меня вообще денег нет. Гривен 90. Женька за 20к продают. Я не понял вначале, нахуй. Ну да, осел, да, пошути. Ебать, мне так нравятся такие ослики, они такие милые. Блять, люди обманывают скоро. Это мыльная мочалка? А, ну ты ури, ебать, дай заново рублю. Типа, у меня вообще денег нет. Гривен 90. Ну потому что я паузу поставил, вайпер, чуть обломал. Ебать, мне так нравятся такие ослики, они такие милые. Блять, люди обманывают с квартирами, люди завышают цены, люди скамят. Я в шоке. Здравствуйте. Ты охуел, хуесос ебаный? О боже, блять. Начнем с того, что я не дырявый. Все, говори ебало нахуй. Ты меня расстроил, блять. Бен, мы с Катей поженимся? Нет. Ближайшие 10 лет? Нет. Ты охерел? Да, прикольно, он инсайт, так типа, какие-то чувства даже появляются. Мне 24 года, я смотрю Гаечку ТМ. За носиком! За носиком! Бен, ты злой! Дима, ты там что, подниматься начал? А что, ты сразу Дима обратила внимание на меня, да? Сразу симпатичный стал. Где Макс? Тише. Я буду, возможно. Бля, буду сейчас, подроб!
Мы живого места здесь не оставим. А, ну да, каждую пушку, каждую пулю нужно будет принести мне на осмотр. Макс! Приглашаю тебя пиздой посвятить на стене. Макс! Меня Макс проституткой называет. Зачат тебе, козел, нахуй. Заплати, бустеру! Все, время резни! Время резни! Го убивать! Хочешь, я Диманыча вызову, он тебя приедет успокоит. Я пальчики ног твои оближу. Лерон Барон, снимай айфон. Блять, пожалуйста. Ну я только все наладилось. Ирина! Ирина! Я не знаю, а нахуя я вчера 500 000 слил? Мне никто не объяснит? Ну, в надежде, что тебе выгодит бонус, который так всегда делаю. А ты машину будешь брать? Нахуя, пешком. На районе тут. Они же рядом. Ну, вот туда. Ну, если меня убьют, прикольно будет. Можешь пока снять мой размер моего пальца, блядь, на свадьбу, чтобы кольцо было? О, блядь! О, это! Блядь, помоги, друг! Все, что не делается, все к лучшему. Блядь, крыса ебаная, блядь! Мне очень стыдно, правда, мне очень стыдно. Вообще, блядь, кузнецы своей жизни, нахуй. Бля, красава, яйца отрастил, молодец, давно пора. Фишка заключается в том, я не понимаю, где, как здесь вообще можно быть логика? Что сделал человек ради бан? Ну, как это? Ты идешь, чел ворует что-то, да, и убегает. А тебя подбегает мент и начинает хуярить. Скорее всего, на это никак не повлияет. Никак. Бля, приколитесь. Если бы до сих пор бы не было Макса, а был Коди. Бля, грустно было бы. Да я нахуя, я пятерку ставлю. Я смотрел. Мне как будто пропадают дни, когда я вот пью, у меня как будто дни пропадают. Что говорят злые птицы своим птенцам? Чего вылупился? Бля, пиздец. Ебать, 1.3 ляма на прошлых. 5. Бля, ну это смешная хуйня, пятерик тоже заряжает. Пятерочка. Сколько там осталось? 10, брат. Давай. Любовь, смерть и стримеры. Ой, это, кстати, охуенный сериал. Любовь, смерть и роботы. Бля, дайте мне минут. Здесь мясо. Да? В этом трейлере. Пизда, ты сделал? Ты спойлеришь. Все, да. Все, поехали. Я пятерик ставлю, все, просто сейчас отолью, минут дайте. Пока удочку закину. Попався говно, блядь. Если ты это смотришь, знаешь, что ты труп. Из раза в раз, нахуй, на этом мероприятии мы показываем себя как одна из самых организованных единиц. Деликс, я хотел им отомстить. Отъебись, нахуй. Я хочу победить! На нас нападали уже и по 50 000, блядь, и по 60 000. Но мы как феникс из пепла восстали и стали еще краше. А доктор здесь я! Соси хуй, уебище, блядь! Я буду играть дерзко. На пути большой дороги под ногами серпантин! А что? Звучит хайпово. Да дед, вали от меня, конь. Отбивая Дину, Ликс будет мой. Ой. Опять Слава играет в свой Shadow Legends. Почему я все еще держусь за твою руку, когда ты уже отпустила мою? Я влечу в какую-нибудь твичевскую мировую, блядь. Хозяева. Бля, ну мне пиздец понравился. Тут ебануто, крутой визуал, да, креативно все. Но немножко, да, немножко странновато, конечно. Оставлю пятерочку, но... Ну, а ты смотрел «Любовь, смерть и роботы», Вадим? Я смотрел. Там стиль такой, типа, у них каждая серия в разных стилях сделана абсолютно. Но я все равно поставлю 5, мне очень. Я тоже пятерик ставлю просто за такой, за креативность именно. Ебать, чат разделился, и 1, и 2, и 3, и 4. Ну это просто смотря как оценивать, то есть. Не, мне понравилось, я смотрел мне тоже «Любовь, смерть и роботы». 5 за хозяев ставлю. Не, вообще классно, мне нравится. Если человек прям пиздец как запарился, а типа не знаю, что дерки в чате. Не, охуенно, охуенно вообще пиздец.
Я пятерик долблю вообще без задней мысли. Тут, понимаешь, можно запариться, но не попасть в вайб стрима, типа и все. Да. Ну просто знаешь, знаешь, почему так получается? Потому что большинство работ, они угар. Да. И потом вот это, знаешь, типа, хуй... ну, не хуйня. А большинство кресел — это угар. Готовы, пацаны? Давай, давай. Блядь, крик-бустер называется трейлер. Да ты сейчас так заебал в роликах орать нахуй. Это полковник. Алло, блядь, долбоёб нахуй, ты тут? Кто это, блядь? Что это? Ну чё, суки, нахуй? Прости, пожалуйста. Хочешь что-то в ротик, письку пососи, реально, блядь, уже в крайнем случае, блядь. Не трахаться, не трахаться. В этот раз всё немного по-другому. Бля, пизда, Квенька всегда смешно творится. Это твоя жизнь, а значит тот, кто это делает, захочет тебя убить. Пошел ты нахуй, пысот! Его связь с нашим прошлым. Че ты въебаешься? Привела нас сюда. Немедленно! Бартанчик, похавать любишь, да? Ты охуел? Да слава! Ну, мне... Коля как-то слишком быстро, слишком много. Да, 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 да. Ну тут трейлер минуту 30 идет из-за этого. А Макс был, я проморгал? Я четверочку ставлю. Не, Макса, к сожалению, не было, возможно, это повлияло бы на мое решение. Да, четверочку тоже ставлю. Четыре ставлю. Для меня это прям вот четверочка. А у вас не исчезло, пацаны, нормально все? Не, все, Диман. Да. Диман оценку. Троечка. Из-за меня, Диман? Да. Понял? Включай. Поехали. Вавада. Полиция! Что за фильм? Воу, воу! Что за нежданчик? Не двигаться. Это фильм, подожди. Я тоже не понимаю. Бэтмен. А, Бэтмен. О, кофе захотелось. Мощное оружие. Столб света в ночном небе. Ой, блядь, я чё съебал? Здорово, рыбак. Александр, так сказать. Да тут даже все слабые есть. Бери деньги, тварь ебаная. Бамбук, пожалуйста, бамбук, пожалуйста, бамбук, пожалуйста. Бля, ебаные пингвины, нахуй. Я хотел привлечь твое внимание. Иксы, прошу, молю. Это пороховая бочка. А загадочник искра. Ух ты какая, бля, Клеопатра, нахуй. Ой. Если так пойдет и дальше, то скоро вы потеряете все. Бля, если я сегодня въебу все деньги, я просто, я сделаю как в тот раз, когда 5 миллионов. Я просто закину ноги за голову и передану микрофон в упор. Я бы лучше, слышь, Диман, тебя в попочку закинул и не вытащил. Почему там не Катя, а я не понимаю. Слухи о тебе не врут, так ведь? Бля, ребят, я после тренировки, меня так выебали жестко. Быть может, мы не такие уж разные? Кто ты на самом деле? Попущенный, бля, колоссальный Елан Бустеренко, бля. Тут Уилл, скорость это жизнь! А смерти манит. Ты... Заиграл. Кто ставил на стоик за дочком? Тебе пришел конец! Тебе крышка! Да-да, я только... Пенсию ему дали, сейчас отожмем нахуй. Да,
Бурдамен. Только на Твиче. Звучит как лекарство какое-то, нахуй. Бурдамен. От лутки, ебать. Ладно, за Макса ставлю 5. Я 5 ставлю. А я был, да, я просто не видел. А я тоже не заметил. Ты точно уверен, что там был Макс? Да, ну включи предыдущий. Да, бля, уже плохо. Ну все, если был, значит, верю. Не, я и так 5 ставлю. Там было Макс Винни. А. Макс Винни. Вижу, что Макс много экранного времени занял. Как будто это в минус уже. Я про тебя фильм сниму, спасибо. Макс, а ты что ставишь? Я 5 ставлю за Макс Винни. А тебя что поставил? Тоже 5. Причем такой уверенный. Летим? Да. Да. Турция? Ну да. Кто скажет громче слово? Фуха! Проблем, давай. Давай. Хуй. 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 А что за фильм? А, джентльмены? Джентльмены. Бля, чуть не сдох нахуй. Ты меня уважаешь? Мне вообще похуй, ебать! Нахуй ты... Почему с появлением двух этих уебанов ты меня перестал звать? Как ты мне хоть раз в жизни звонил? Звонил, уебан, я тебе каждый день звонил! Ты чё, ты ебаный? Смотри, сперма ебучий, блядь, без каска, кто затылок весь, блядь, избитый, блядь, членом промятый. Чё, тварь? Это чё за хрень? Что это такое? Я не знаю, но велика вероятность того, что произойдёт какая-то хуйня. Здравия желаю, ребята, большой шлем, большие яйца. Ну нахуя ты сюда пришла, блядь, ну ебаный в рот. Ну нахуя ты сюда пришла. Ой, не пизди, бля, слышишь, бля, анчоус нахуй, чё ты несёшь? Бля, ну это пиздец, нахуя вот это вообще делать? Вчера мы дали тебе таблеточку, у тебя Ой, где моё лицо? Расширились внутренние горизонты. Ой. Есть один чувак, у него псевдоним в интернете Бустер. Бен, ты бы мою выебал, Катюху? А может быть хотя бы на попку набросал бы, Катюхи? Ну давай говори, набросал, нет? Может на ротик хотя бы? Ты вообще это терпеть нахуй будешь? Я тебя, блядь, терпеть буду, я еще раз спрашиваю, что терпила, блядь? Я терпила и то, блядь! Ты можешь говорить все, что угодно, что он не нарушает правила Твича. Пошел нахуй! По факту! Бля, охуенно было. Это прикольно сделано. Да, это пизда, это пятерик тоже всаживает. Пятерка. Все по пятерочке. Ладно, извиняюсь. Чат оценку какую поставил? Ебать, еще более уверенная пятерка, чем за Бурдамен. 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 88%. Че, поехали? Челпи, как же жаль, что он кека. Ну, если так осознать на секунду, остановиться от суеты и подумать. Там... Слава, кто-то работает участника 2020 года. Вот это? Да, да, да. Участник... Мы 2 года? Который на конкурсе. Участник был 2 года? Да. 2 года, блядь. Я думал, Челу 2 года, блядь. Челу 2 года монтажом уже занимается, чё в 4 будет? Челу 2 года, что ли? Бля. Вань, ты как? Я слышу, пить. Так тут смотреть надо. Да. По-хорошему, да. Давай дождемся, он не так долго будет ссать, я уверен. Ну ладно, давай, я попить схожу. Давай. А я пока удочку закину. Давай. Огромное спасибо, что пришли на игру Кальмара. Все будет максимально по канону сериала. Беги, блядь! Блядь, сейчас сдохнешь! Ебаться нахуй с дороги, блядь. Ебать, это забавно. Смотрю на нее, она на меня, она потекла, блядь. Да начнется битва. Тише, тише. Живи, живи, братик. Фига легко. Туда! Че за говно, блядь? Я упал. Бам закинул, блядь. Миллион, Илюха! Ебать их с 500, а не! Вы должны извлечь выбранную вами фигуру из сахарной конфетки. Ну куда кейсик приоткрою? Что? Легко и просто. О, заебись! Не смейте. Нет. Нет! Подотлежите, блядь. Только так, блядь, охуеть. Ты больничку надо, иди домой. А где Макс? Держим строй. Давай, давай! Хуярьте топою! Как ты быстрее все делаешь? И лучше! Я больше не снимаю видосы, как ставил. Личность свою как бы показали, получается, сдохли.
Блять, это какие-то лохи ебаные. Я вам от души скажу, вы играете охуенно, но за нас играет ебаное мясо на Дмитрий Алексе. Ебало, тащи, тащи, найс. Старый, бля, валенок, ебу, бля. Старость не радует, бля. Где твоя забота? Ёбнутая, блядь. О, бля. Всем удачи, я поехал. Строго? А, да, спасибо. Пожалуйста, уебись. У вас невероятная мама. Ой, лёг сюда к папе, блядь. Что? Что я плохого сделал? Макс, помянем, помянем. Обязательно помянем. Разум, не имеющий цели, всегда блуждает в потемках. Не останавливайся. Что бы я без тебя делал, блин? То теперь тебе пора отдохнуть. Какая атмосфера давящая, я ебал, блин. Блядь, на кон поставил на слишком много, слышишь? Ну, блядь. Как я могу стать против моего друга? Мне же как-то грустно, что я в эту хуйню все ввязался, блядь. Другого выбора нет. Готовы пизды получить? Ах, сука! Ладя. Блядь. Бля, охуенно. Финал близок, нахуй. К сожалению, мы им уже ничем не поможем. Давай убей меня, сука. Ебать. Тебя застрелил этот хуй, брат. Спасибо. Который рядом был, не я. Бля, это пятерка для меня 100%. Причем уверен. Так как в главных ролях тоже пятерку пошли. Бля, мы такие обрадовались. О, вот! И ты сразу падаешь, умираешь. Вообще угар был, нахуй. А чел писал до этого. Ебать, в фильме 500 человек, и нет Макса. Бля. Смешно тебе, старая, нахуй. А, это чел вообще написал, что в рекомендациях Ютуба видел, типа 16 тысяч. А, это Арсте, который Ведьмака делал. Да, да, да. Бля. Здорово, бро, рад тебя видеть был. Да, вот это. Понял тогда, блядь. Вот это прям хорошая была, пиздец. Ебать его в жопу. А сколько славян осталось? 5, брат. Это, с этим 5, да? 6. Да. А вот теперь 6. В смысле, как на увеличение? Просто смотри, не пизди, заебал. Давай. Давай, погнали. Ой, это чё? Фу, блядь. Фу, блядь. Ебать, что с тобой, нахуй? Поздравляю вас. Спасибо. Бля, что там дед принял? Еще одна разрывная. Вам нравится моя дочь? В постели, да? Так нет? Ебать, Леон! Ах ты, сука. Сюрприз. Ты был в Гуанчжоу? Да, я не сижу там. А был на дрочке? Вы поняли, что я сейчас сказал? Это ты, Диван? Да, да. Лучшие люди умирают. Слушай, а жарко, кстати, она прям жар выделяет. Я все это кал, у меня нет выбора. Твою мать, вкуснотища какая. Клиенты поговорили. Спалили кита, блядь. Да тише. Срога номера. Sorry, I'm нахуй иди. Уебан. Блядь! Ебак! Сбегаем, бак! Блядь, у нас мед горит, ребят. Ой, ой! Да что крутить? Я не ожидал такого поворота. Макс, мы с тобой вместе, слышишь? Тебя не было вообще, ты был, по-моему, брат? Нет, или вообще не было? Здесь однозначно. Бля, ну я пиздец как кайфанул, у меня аж рекомендации из Tower of Fantasy. Ну и в каждом же, конечно, трейлер появляется, тоже надо. Нет, ты должен, Макс. Чтоб не наглеть, знаешь. Макс должен передохнуть чуть-чуть, родной. Да, да, я понимаю. Чуть-чуть позбавь обороты, блядь. Давай следующий. И так уже целых 3 трейлера. Да похуй, дальше ужасно. Я, кстати, хотел, ну это точно не победная работа. Ну, мне очень понравилось, я пятерик ставлю. Вать, ну можно и пятерку ебануть. Пятерку. Ну, давай по пятерку. Да ладно, я шучу. Не-не, как по кайфу, да. Мне понравилось. Я завожу, мужики. Все, что у меня есть для тебя, слово. Довод.
оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. Чтобы делать свою работу, нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся. Насколько я понимаю, мы пытаемся предотвратить Третью мировую. Что-то не похоже на Армагеддон. Нет. Намного хуже. Как я понимаю, тебя интересуют некие русские. Зачем я здесь? Ты правда хочешь знать? Он взаимодействует с будущим. Нет. Версия. Целься и спускай курок. Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю. Ого. Я видел достаточно. Ну, мы только начали. Твой долг выходит за рамки национальных интересов. Речь идет о выживании. Звучит дерзко. Я думал, ты скажешь безумно. Тут наши миры сталкиваются. Как бы ты хотел умереть? От старости. Не ту профессию ты выбрал. Что здесь произошло? Еще не произошло. В будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас. Это обратное течение времени. Разве то, что мы здесь, не значит, что ничего не произошло? Хочешь взорвать самолет? Не в воздухе же, не драматизируй. А самолет большой? А вот это немного драматично. Бля, знаешь, я бы четверочку поставил. Ну, прикольно. Ну, знаешь, что я могу сказать? Вот, хватает, ну... как будто. Блять, прикольно, но знаешь, в чем прикол? Вот, типа, как будто вот с сюжетом довода он мог сделать, типа, чтобы хронология событий начиналась с самых, ну, самых новых и потом к самым старым, понял? В моменты было. Я 4 за старание поставлю. Так, Тём, слышишь, там у Шпинёва Данила ролик нахуй удален. Все. Вот следующий. Я троечку поставлю. Я 4 уебу. 4 поставлю. Чел пишет, даже нарезки Макса нет. Смешно тебе, хуесос? Бля, нет, Макс, ни в коем случае. Нахуй ты смеешься. Ни в коем случае не смешно. Запускаю, пацаны? Да. Вот это и еще две работы. Здравия желаю, ребята, полковник Бустеренко на связи. Боевая единица произошла командировка на моем канале, ребят, на моем Twitch-канале. Нахуй летел бан просто, бля. Не надо смеяться надо мной, бля, я больной человек, бля. Не надо. Я больной человек! Съебался нахуй, блядь. Иди ты нахуй, что ты всё? Никто не пишет, блядь. Сука, не пишет полковнику, падлы, блядь. Никто, ёбаный, блядь. По кирпичной, или как он назывался? Да. Типа, пресивисет, лосох. Это соленый. Соленый, да. Соленый. И CDC на саху суй. Пассаж сол, PC. CDC на саху суй. Но... Не-не-не! Чё, охуели хуй сосу? Реально, people are everything, блядь. Ёб твою мать, блядь! Мама, ты не трогай, блядь! Полковник Бустеренко, блядь, боевая единица, блядь, первый пошел нахуй. Хорошая новость, ребят, для жителей Санкт-Петербурга, блядь, Генсуха покинула, блядь, СПБ. Генсуха, блядь, ну что за пиздец, блядь, так не надо. Fuck you, блядь, fuck your mouth, блядь. Fuck your ass, блядь, bitch. Курков, лайк, 10 сантиметров. Ой, стоп пиздейшинг, блядь. My cock like a candy shop, блядь. Я не кокос. Вообще балдеж, дядь. Прикольно? У них башка один пресет, я покажу тоннельный свет. Пизда! Fuck!
Я хочу тебя трах. Большой Скай, я показываю жизнь. Пошел нахуй, я в рот ебать! Полетела, сука, гусеница, блядь. Кирилл, Кирилл! Хватимся! Обуждаю, долбоем! Большие яйца! Что там орёт-то, чмо? Куда ты летишь, сука, щегол ебаный, блядь? У нас чё, чел ёбнулся, блядь? Иннокентий, блядь, вставай, нахуй. Мне кажется, обосрался я. Закрой, подорок! Открой, ебаный, обосрался, хуй! И не выйди, блядь! Чё, блядь? А вот это бан чучело. Да, детектив Бестеренко на связи, большой член, большая лупа. Ебать, скорость нахуй! пришел дед с томатом. Ты что несешь, муравей, блядь? Хотя бы помиди. Блядь! Это пиздец, пацаны. Ну, прикольно. Прикольно. Я пятерик ставлю. Я тоже пятерик поставлю. Да, можно поставить пятерку. Динамичный трейлер, кстати, повезло еще с трейлером тоже. Да, да, да. А Макс был или нет, я не увидел? Да, был. Не было. Три ролика назад. Это что такое, блядь, с Google диска? Да, я тоже охуел. Не загружалось. А, понял. Диман, скажи оценку. Там же не будет запреток, надеюсь. Пятерка пускай будет. Не, там не будет запреток, там просто за права бахали. А, понял. И просто хуй. Погода крайне неплохая сегодня. Просто нарезка. Да, нарезка. Уши просто. Ты веришь? Ух ты, ё-моё. А этот парень свободен. Здорово, здорово. Как дела? Здорово. Всем привет, ребята. Смотрите, да, я туда под винишко был. Уже очень много людей подняло бунт и ебут меня в жопу, поэтому вариантов никаких нет. Ебут меня в жопу. Не поможете. Ну кто вот это? Что это за Чип и Дейл, блядь? Смотри, сквад прикольный, когда это не просто плашечка, а когда это типа бренд. Я не буду никак комментировать. Соберись, нахуй. Но я хочу сказать, я пиздаки охуенные. От души. Да. Есть люди, которые видят в скваде в районе 13 человек. Прикинь, как люди охуеют, когда все уйдут, потому что сидеть ебалом щелкать это одно, а потом, когда тебе под сраку чуть даю, то все, let's go. Я расстроена. Лав, ты очень громко. Возьми баллончик один, слышишь? Ты либо встаешь за гриву, берешь и ебешь, бля. Либо сидишь на жопе ровно, пердишь, бля. Ебать. Ебать. Блядь! Бля, охуенно. Я ж говорил, блядь! Охуеть! Охуеть! Ты что-то ебал светает. Каждый, что... Чё на меня что-то плохое сказать? Я клянусь. Абсолютно каждый человек. Я тебе похож по актеру. Абсолютно каждый, я тебе клянусь. Я вам хочу сказать сразу так, подготовить вас. Я тебя буду всех ебашить нахуй! Я ёбнутый какой-то, блядь! Ой-ой-ой. Будешь наводить противника. Старк, ты по периметру. Отойдет кто на 3 квартала. Давай я тебе бус дам, я снизу попекаю. Бус, да. Ты чё, ёбнулся? Ты кинул мидл, ты снизу, а сверху. Будет попчам. Пойдем вместе. Пошли. Ублюдки ебаные. Сука, я так хочу на кэш отпиздить их нахуй. Сейчас прыгать типа будут, а то. Слав, есть шорт. Бэйби Стерен, ты зазвился. Ха-ха.
сейчас что-нибудь сверкнет. У меня организм не выдерживает. Возраст не выдерживает. Фразы просто гениальные. Все нормально. Нормально тебя накрыло с косяка, пора. Вот охуенно. Бля, это охуенно. Ну, бля, подбор фраз, это вообще пиздец. Отсюда, Слав, шоу. И монтаж ебало, блядь, и актёр. Бля, пятёрочка. Слав, чёрт есть. Это охуенно. Блядь, у меня так пиздак снесло. Бля, две последние работы, это вообще пиздец. Ой, блядь. Пиздец. Ну... Бля, последняя работа, черт это есть. Просто, пять. Бля. Пять. Да, да все. Ну, понятно, что это пять. Это типа, ну, это... Бля, прикинь, сейчас бы Тиман сказал, ну, четверочка. Это, скорее всего, победитель. Вы видели, как он охуенно маски сделал? Да, это да. Это вообще да, пиздец. Кстати, он охуенной программой вообще... пользовался, скорее всего. Он даже в момент, когда ты перевоплощался, до сих пор на тебе маску держал. Да. Типа пытался каждую секунду. Это разъёб. Блядь. И предыдущий, вот это тоже предыдущий просто ламповый, чечеловый очень был, он очень атмосферный получился. Ебанут смешной. Ну это топ-1, да, скорее всего? Ну, либо предыдущий, либо... Нам надо сейчас там подсчитать. Примерно топ-5 работ есть. 25. Нам надо, чтобы ты нам топовые работы, да, Тём, собери мне все топовые работы. Есть девушка, не пиши, если еще в личку. Скинул там где-то после стрима, пересмотрим, и тебе скинем список, понял? От первой до последней, понял? Ну там до 10 работ. То есть мне сейчас все работы оставить только 25 баллов. Брат, да, только те, где 25 баллов, собрать список и скинуть мне. Скинешь? Да. Давайте, короче, ту работу, которую у нас не получилось посмотреть. Ну, сами понимаете, да, почему, помните. Я прям сейчас залью этот в Телеграм. Скиньте ссылку на Телегу тогда. Скинь мне, пожалуйста, ссылку тогда на нее. Похуй, ссылка кину и все. Сейчас.